Так, здорово, Бэтскилл. Багажник как бы? Багажником-то все в порядке. Багажники найдем. Главное, что Поми живой и здоровый пока что. Вот. А багажников подгоним достаточно, блин. На каждого лоха на стриме багажник найдется, я тебе так скажу. Сам понимаешь вообще. Розетку у кровати, ну да, как истинному рептилоиду. Встал там, подзарядился с утра. Вот. Короче, ждем начала, мы, ребята. Так, возобновил стрим. Где мой стрим? Я чуть не понимаю. Еще пока не поднялось ни хрена. Так, что-то кажется, кого-то из китайцев нет, и поэтому такая тема вообще. Так, пошел инвайт, прыгаю в игру. Так, все, я здесь, что-то я затупорезил, короче. Так. Ч
что-то затупил. Все, отлично. Здесь, короче, все, все начинается сейчас. Давайте ждем начала. Вот. Так, какая мастер Колизеум? Кстати, надо посмотреть, какое продолжение вообще. Так, шестой у нас еще четверг. В четверг мастер Колизеума продолжение. Блин, и вот тоже вот совпадает все, блин. Мастер Колизеум одновременно с ВСЛ. Ну, конечно же, выбор будет за мастер Колизеум, потому что там группа просто классик Dark Stats Alive. Там, конечно, ВСЛ полуфинал уже, но что делать? Делать нечего здесь, это точно, как бы. Так, здорово, мистер Вета, здорово всем, ребят. Так, сетку, да, надо бы добавить сейчас. Это W5, насколько я понимаю. Это у нас играет сейчас, кто у нас играет? Тайм против Асо, ну, хороший, кстати, матч такой. Топ-2, получается, Китай сейчас бьются, ну, по идее. Ну, не топ-2, но... Топ сколько? Топ-5-то точно. Я думаю, топ-3 Тайм Сансону точно, потому что Тайм там в GSL выступает сейчас. И Асону квалификацию на EM тот же прошел. Вот сейчас, секундочку.
Так, минус Рипер один. Что-то уже тут тайм потерял. Но Ясону не стал пушить сейчас с этими роучи реводжерами, ребят, как сейчас любят многие зерги делать. Просто не раскачивая вторую базу, строить роучи, строить, делать реводжеров. И медленно, но верно, уклоняясь от гранаток, идти вперед тут к тирану, к оппоненту. Здесь же, вы видите, этого не происходит. Раскачивает просто базу сейчас Ясону. Тайм не наш... А вот нашел. Блин, эта собака могла вообще напрягать еще жестко. Привет, Аникс. Привет всем. 8 риперов в итоге здесь имеется в наличии. Здесь запрыгнуть, я так понимаю, нельзя. Здесь тоже нет позиции, где запрыгнуть. Может, так что только вот с этого направления тиран может пошатать, попытаться. Но здесь уже ничего не пошатать. Поэтому тиран, понимая, что здесь все, пуш его кончился уже точно, он ставит третью базу. То есть эти риперы будут функцию сдерживания сейчас выполнять. И, в общем-то, если будет зерк пытаться выйти, они будут, ну, как бы, принимать его. Вот, а здесь делается лейер, и я так подозреваю, что вот с этого овера может сюда Ниду сейчас в ближайшее время пойти. Ну, потому что очень сейчас билд этот актуален может быть. Несмотря на то, что даже зерк не видел, что там третья ЦЦха. Как бы тиран при таких билдах, он, ну, если риперов не уведет домой, ему нечем убить будет вообще. Это очевидный момент абсолютно. Но может быть что-то и здесь вообще как-то так. А, бой 4 точно, согласен, Just Dreamer. Да, да. Бой 4. У меня же даже картиночки подготовлены. Сейчас, давайте тогда я... Короче, я не буду париться, просто будет стоять Бо-5 и все. Просто знаете, что Бо-4 у меня там было нарисовано как бы вручную, но почему-то сейчас как бы циферки остались, а текст, где Бо-4 написано было, стерся. Ну и сейчас долго, короче, рисовать заново. Вот. Королева падает. Все вопросы спрашиваете в чатике, я уже на все ответил. Что я буду сегодня стримить? Так, а вот это уже вообще интересно. Сварм хосты против био. Сразу же. Схода. Ну, не знаю, не знаю. Интересное какое-то решение. По-моему, если просто зерг бы сейчас масил роуча реводжеров, он со скоростью мог пойти бы убить. Привет, Дефуджи, спасибо тебе. Всем спасибо, ребят, за внимание. Давайте смотреть. Ну, вот это, наверное, такая даже самая мощная игра здесь из кунг-фу капа сегодняшнего Ясону против тайма. Вот. Ну, там еще будут китайцы играть. Также Харикейн там будет, корейский проб сбиться. Следующие потом 7-го будут матчи, где и Пилипили, и Скалет, и Мейджор ФС будут биться. То есть у нас ТВП, ПВП и ПВЗ. Сегодня много матчапов интересных. Так. Локустов покрошил. Так, на вычанить щиты. Что и делаю сейчас, тайм или нет? Нет, мимо поехал. Вот, приехал КСМ-ка наконец. Вычинивает щиты. Сейчас локусты новые полетят. И, блин, попробуй там их это. Бил вообще хорошо убивает. Почему-то еще по очереди плодит здесь. Нет бы всех бы подождал. Сейчас за раз бы как бы туда... пильнул, и вообще нормально по ним зашли. Так, локусты падают, даже они не долетают фактически вперед. Участок долетает, но роучи реводжеров, они неплохо очень локусты прикрывают. В итоге здесь гранатки поперли. Еще пошли локусты вперед. Марики на щитах, но, блин, роучи реводжеры, слишком у них хп много. И это решает очень сильно. Так, сейчас несколько закдешится, товарищи. Вот эти. Оп, депоху выпилил жирную на 16 лимита сейчас, зерк. Пора плодить на ХГ. Можно депошечки здесь еще повыбивать, что и делает сейчас Ясону как раз-таки. Еще одну депоху выпилил. И саплай блок как раз у зерга
пробиваются камни здесь активно. Ну да, система необычная тут проведения групповой, напомню, это Кунг-фу Суперлига. Подобная, ну, система чем-то, хотя нет, она не похожа, но похоже только как призовые распределяются, немножечко на Старлигу корейскую сейчас. В плане самой системы нет, она совсем не похожа, вот. Ну как совсем, немножечко похожа. Короче, не суть, вопрос, просто в групповой стадии тоже есть призовой за каждый матч, и если счет ничейный, то тогда делится он пополам. При победе из одного из игроков, неважно, со счетом 3-1 там или 4-0, достает все одному игроку тогда. Так, локусты полетели. Ну тут дожал и Асуну, он просто прессует. Кстати, на потери эти-то бесплатные, он в итоге... В итоге он просто здесь наубивал нереальное какое-то количество юнитов, и у него все прекрасно просто. Правда, тиран сопротивляется, и реводжеры чуть подставили сейчас. Реводжеры огребают, роучи там сзади где-то вообще бегают. Потери у Зерк, конечно, увеличились. Здесь очевидно ГГ, и все, дожал. Здесь я Асуну тайма. Несмотря на то, что у него апгрейды 0-0 вообще. Он даже не пытался делать апгрейды в этой карте, ничего себе. У него хоть эволюшн-то есть вообще? Нету эволюшна даже, выдает. Если тиран бы до 2-2 дожил. Трех реводжеров или двух, ой, трех, по-моему, сейчас себе подрезал. Тут если бы тиран бы дожил до 2-2, я думаю, что у него был бы шанс, но все-таки здесь слишком как-то мощный прессинг идет. И экономика 50 рабочих уничтожена. То есть мулов, конечно, тиран пытается накидывать на халяву на третью, пока Зерк прессует вторую базу. ССР поднято. Ну все, 2-2, остается 30 секунд, 2-2, здесь понимает, кстати говоря, Асуну, здесь может быть прессинг вообще. Фаербол, ну зачем так ССР подавать без дамы, не понимаю я. Эпохи догорают. Здесь мы очень долго носил. Блин, увел бы ЦЦ хоть. Ну хотя, добычи-то на мейне не осталось. То есть нужно вниз пытаться уходить. Надо было взлететь ЦЦ и танчик сюда ближе, как бы, и био снизу пытаться это тоже уводить, как бы. Пытаться занять вторую заново и за счет апгрейда что-то здесь делать. А что еще можно предпринять? Погодите. А где инженерки-то были? Они снизу были, ё-мо. Одна инженерка была выбита, 2-2 нет, атаки нет, второй, только вторая броня. Ну, это печально. Да даже если бы здесь была вторая атака, вы сами видите, здесь ничего не сделать. Даже если бы 3-3 у тирана было, просто бери на био. И даже 3-3, блин, на мех. Один танк был 3-3, это ничего не изменило бы вообще. Вот такие вот дела. Так, я на Твиче 50 человек уже скопился, а вы говорите, Алима Лига, блин. Нахрен это Алима Лига. Мастер Колизеум скоро будем смотреть из игры с корейцами. Вот тогда посмотрим царских игр, и где будет хорошее качество, я сам буду управлять, как бы. А вот когда уже не будет совпадать с этими турнирами, то я буду рестримить вообще. Так, прыгаю в игру. Ну, неплохая, да. Для этой карты вот как-то прям камни заобузил здесь. Очень прикольно. Он просто встал там и плодил в разные стороны локустов. Конечно, просто тайм не готов был в плане экономики, как так вообще.
Так. Мне не надо ничего развивать, чтобы мне что-то там дали стримить. Чтобы дали стримить, должны дать стримить. Для этого ничего развивать не надо. Короче, ребят, Газпул у нас с мейна играется у Асону, простите. Хата позже ставится. А здесь опять три барака рипера, как и в прошлой игре. Ну, Валь, подчеркивание, поддержал ваш канал на 100 рублей. О, спасибо, Вал. Первое поддержал, зашел. Улучшение командного центра завершено. И посмотрите, здесь 6 собак бежит вперед активно. Погодите, куда риперы-то все полетели? Один уже прилетел. НД0 Ктор поддержал ваш канал на 200 рублей. Так, три барака были замечены. Н-доктор, спасибо тебе. Чё-то вы как-то все прям это... резко решили меня наподдерживать. Громадное всем спасибо. Так, 14 собак у Асуну. Это хорошее забегание, ребята, потому что тиран не готов. У него стенка просто не закрыта здесь. Ну, смотрите, что он так был? И сверху стенки нет, и снизу стенки нет. Это катастрофа, это провал. Называйте как хотите, но здесь новая пачка линдов бежит вперед. И, кажется, здесь очень тирана ждет большой напряг. Но, с другой стороны, Зерк сам экономику свою не раскачивает. Но если тиран будет риперов на муви сливать, как он сейчас это успешно делает, ё-мо, вот так вот, то это проигрыш будет. Потому что он тремя здесь контролит против собачек. Гранат надо кидать, чтобы демеджные были. Линк хотя бы, я не знаю. Гранаты на кулдаунятся все. Пошло опять наверх забегание. На рампе риперы встречают. Здесь собачек. Собачка пытается ЦЦ-ху отменить. ЦЦ-ху сам тайм отменяет и даже не парится по этому поводу. Так, гранаточки выкинуты. Ну... очень много рабочих погибает, ребят. 19 на 17. ЦЦ-ха-то не готова здесь. Чё-то кажется, это минус тиран. Мне почему-то такое ощущение. Туда-сюда! Как же тайм четко прыгает? Туда-сюда? Молодец! Ну рабочие-то где? Вот они стоят. Они ждут твоей... Риперы ждут помощи от рабочих. А рабочие не помогают вообще. Пятнадцать, 20 пулемет, 16 рабочих потеряно уже. Ну, как вы помните, здесь бой 4, и, конечно же, матч на этом не кончится. Два, 4 собаки. Есть, ну, тиран сопротивляется, не сдается. Ну, правильно, здесь еще шансы есть минимальные какие-то, потому что... правда, почему-то он... так, не понял. А, он риперов решил до конца масть рипер. Как меня, знаете, что бесит просто? То, что, ну вот неужели не поставить барак сюда и поставить здесь одну депошечку, сделать стенку, отбиться и тогда попытаться контратаковать на рипер. Нет, надо сыграть проходом, блин, открытым просто полностью и ничего здесь не сделать вообще уже. Своих рабочих тут сейчас гранатами взрывает. Я по поводу того, что стримить буду, уже сказал. Все, ГГ, пишу тайм. Если я... еще будет время, как бы... то... тогда мы... еще, ну, ты, я не буду занят, потому что должен человек приехать из Питера, как бы, вот. И когда он приедет, я все, стрим закончу, как бы. Короче... если будет время, и вот все обстоятельства совпадут, мы еще постримим конец Алималиги, если она еще будет, будет, конечно же, там проходить, вот. Но...
Пока нет. Завтра будет ГСЛ, посмотрим корейцев. В четверг будет мастер Колизеум, турниры ВСЛ. Ну там мастер Колизеум я буду стримить. Почему? Потому что из игры там просто состав. Ну, огонь просто, вот так вот. Ну а пока, если кто хочет, Алималию вот так на фоне, смотрите. Ну это как, страта может быть бьяновской, может быть и навышиновской, но ее может исполнять, понимаешь, как бы там, я не знаю, любой игрок, в принципе, как бы из мастер-лиги европейской, то ты можешь любую страту как бы играть, но если ты не можешь исполнить как бьян ее, то ну, можно ее так и не называть, в принципе, потому что... Я думаю, что Бьян бы таких ошибок бы не совершил, он закрывал бы проходы и т.д. вообще. Бьян вообще бараки, вот там выход на глубоководном рифе, он строит бараки в стенке около камней. А тот проход снизу депо по меду закрывает тремя, короче. Так что и сверху еще барак ставит. То есть, если необходимо, он еще сверху стенку дублирует резко, как бы. То есть там все по-другому совершенно. Опять три барака рипера, которые вообще что-то не получаются. Прилетает рипер, ребят. Уже первый. Второй полетел. В этот раз более стандартно, абсолютно стандартно играл Иосуну. То есть он играл 17-ю хату. Газ пул, а не пул первый. Потому что, наверное, он уже подумал, что все, тиран не будет уже в риперах играть. Сколько можно в этих риперах играть, подумал он. Вот, раз, два раза проиграл, то все, не будет так делать больше. Не тут-то было. Тайм не такой он. Он сыграет еще раз в риперах, не обломается. Вот. Облетают рипера. Надо королев пытаться пробивать. Что тут риперов много уже скапливать. Три уже. Они могут с королевами драться. С помощью гранат и дэмэджа просто. Плюс еще подлетает. Уже 6 есть. Ну пока те еще долететь должны сюда. Сейчас очень опасно действует тайм. Очень опасно. Крайне опасно, блин. Сейчас просто один урыв и все. Минус риперы все могут быть. Гранат ставится. Надо отходить назад. Своего же рипера уничтожил сейчас гранаткой. Тайм. Ну не надо так биться. У нас чистым поле. Ё-моё. Окружают рипер.
Блин, Зестов на ГСЛ повыигрывал, всех нибов шатает, процов, а с зергами так улетит на ХГ сюда. Зачем, ну, зачем стек терять? Ведь в риперах важно, не надо бой принимать. Самое главное, чтобы копился стек. Почему? Потому что бой молниеносный происходит. И вот тут сейчас 4 рипера и копится, а так бы ушел бы, с собаками не разменивался, было бы уже бы здесь... Ну там 6-7 плюс еще то, что прилетает. И уже можно было бы. Чем больше риперов, тем собак шансов меньше. То есть там гранаты постоянно кидаются, дэмэдж им гигантский наносит. Зерг даже не будет пытаться окружать кого. Здорово, Акирыч, здорово всем, пацаны. Так, ну тут нормально, здесь риперы вроде живут, в тылу за собаками полетел, ну, так, собаки убежали, уже 5 бараков риперы работают, в этот раз как-то вот против, видите, когда они пул первые против стандартного зерга, сразу же как-то получше все у тайма получается. Здесь устроятся и строятся собаки, броня поперла лингом, апгрейд, но он еще не скоро доделается. Не скоро еще он доделается, очень не скоро, походу. О, хорошо, прилетел, даже не успел трансюзнуть, а энергии это там было очень много у королевы. Риперов очень много здесь, кстати. Ну, хату будет пытаться пробить у нас, тайм получается. Трансюзнуть весь хат. Нет, здесь нормальный путь к отступлению есть назад, посмотрите. Собаки там в тыл пытаются залететь. Ну нахер ты скан сюда кидаешь, понятно, что он сзади заходит. Нет, такой кинул, типа, где же он находится? Так, риперов сколько? 19 штук, 19! Здесь ничего не поймать, никаких риперов. Они летают туда-сюда, прыгают, так что позицию хорошую занимают. Будет заходить на королев. Собак все больше и больше, то есть чисто маслингами плюс королевами собирается отбиваться Ясуну. И он окружает риперов, насколько невнимательным надо быть. Вот сейчас линги в тылу бегают, до этого сканил, а здесь просто в тылу собак упустил, и они ему раскрошили всех риперов. Гранат больше нет, судя по всему. Да, все на КД гранаты. Собаки размениваются. Собак разорвало, но риперов-то убито. Вон сколько много. Вы видите сами. Но у тирана рабочих уже больше. Все, что делает зерку, это он масит просто собачек, получается. То есть даже несмотря на такой размен, а размен почти одинаковый, тиран в плюсе остается. То есть у него третий цеха строится. У него больше рабочих. У него 1-1. У него скоро уже... Медиваки начнут строиться. Ну, еще пачка риперов прилетает сейчас. Здорово, Хайдеус. Здорово всем, пацаны. Кто недавно подошел. Так, риперы на хагенчик. Так, сейчас, секундочку. Пристройка завершена. Улучшение завершено. Хера не видно. Какой-то моторный самолет полетел. Блин, как летают. Солнце адское. Более как, ну, такой в полутьме, ну не полутьме, а за шторой сидишь, потом на солнце смотришь, так и вообще глаза кумарит жестко. Ребят, тут тайм и Асону раскачались, вроде как, Асону тоже ожил немножечко и... Будет сейчас отстраиваться, получается. Два овера залетели. Там 2-1 апгрейда делаются. Только что их не было практически. Здесь 2-2, тем не менее. Прошли, пошли, как бы тиран по апгрейдам чувствует не хуже себя, чем зерк. Совсем. Так, здесь стенки есть. Надо закрывать их, стенки эти, чтобы собаки не забежали. 10 риперов есть, отдавать их не вижу смысла. Потому что они помогут выходу очень неплохо.
туда-сюда чуть-чуть все прыгает. Да королевам пофиг на этих риперов-пуклетов. Вообще они затрансфьюзятся и все. Здесь готовятся забегания. Вот если сейчас это депохо закрыто не будет, то тиран сразу начнет проигрывать. Серьезно, вот после забегания этого. Где два медивака? Висят дома вообще. Тут уже и мародеры строятся, и всего-всего много строится. Марики подходят к Силнагу. Зерк не законтролил эту ошибку. Он благодаря тому, что не контролит Силнагу, он и не видит, какое забегание ему нужно делать. Забегание проходит, очень жесткий урон нанесет здесь, конечно, тиран. Зерк тирану. Так, ну здесь риперы отдают сейчас. Королев пытается разорвать просто у нас таймы, разрывает несколько штук. Медиваки летают зад вперед, нужно аккуратнее быть. Дома тайм отбился, 153-113. Вот, посмотрите, когда под диктовку тирана игра пошла, у него все прекрасно, в лимита много. Еще даже риперов 4 штуки живых есть. То есть можно гранатки покидать под ноги. Получается там зерговским юнитом. Здесь опять идет забегание, блин. И опять, короче... Да закрой ты вот эту депоху, блин. Пока они сюда бегут, время на реакцию будет больше. Как ему не соображаются такие моменты элементарно. Забегание опять идет мимо, да, мимо минк, мимо всего вообще. В это время тайм, правда, разрывает Беллинга, все там разрывает. Так, минки залпы делают, мародеры держатся, молодеры, блин. На третьей проблеме, где проблема, но 100, опять же, 100, 116 на 160, блин, мне туда не очень. Этой стратегии уже многие играют, игроки, корейские зерги с ней справляются, как бы. Но не всегда тоже, как бы. Страт на самом деле сильная для тирана, вот эти масс-рипера. Переход био потом. Так, здесь хаска золотая будет отменена сейчас. СМ-ки с собаками 2-1, грейды дерутся. Что за дела, блин? Таких собак еще выпилить попробовать. Так, пошла атака, сплитится, тайм сплит. Ну, если не сказать ужасный, то он плохой очень. А я, наверное, даже можно сказать и ужасный, потому что, смотрите, какие лимиты сразу стали. Было лимит 40-50, разница в пользу тирана стала 20 всего лишь. Ужаться, улетать, да, отсюда. 3-3 тиран не делает, по апгрейдам вровень сейчас идут, получается. Так, перелетает тайм в другом направлении, а Сону очередное забегание делал. И так и эта депоха открыта. Ну почему, блять, ну... Открой-то эту. Здесь минка, собаки пока. Ну, хотя, если отсюда будут бежать, то это, наверное, все вот это лучше. Потому что с этого сверху быстрее они забегают просто. Здесь Марика поставил одного, депоху эту открыл. И здесь перед минкой Марика поставил, все. Уже будет время на реакцию нормальное, адекватное. Здесь линги забегают. Залп минка так себе убивает. Тут собак немного. Короче, здесь отбивается Асуну, и похоже, что он очень переворачивает эту игру, потому что сейчас лимит тайма просядет очень сильно. Кстати, лимиты уже равные становятся, пробам уже меньше. То есть здесь био нет, здесь грызется прирост вообще в мясо весь. Здесь рабочие бегают, непонятно где. Собаки грызут, уже барак сейчас один полностью погибнет. А, четвертая цеха DCS тоже нагрызает линги. Тайма все еще больше по лимиту, правда, до сих пор. Сейчас минка своих мариков покрошит еще, блин. Ничего хорошего тогда не ждет. Здесь все-таки отбился. Ну и четвертую напрягает. Ну, везде баз занимает. Одновременно ЦЦ. Ну там, точнее, ЦЦ и перелетает. Одновременно его прессуют. Зачем так наглеть? Так, Беллинги подходят. Все перестимпаченное. Флам такой вообще сейчас слышом. Все здесь просто разбреет нафиг. Сбривает наглухо сейчас тирана зерк. Здесь юнитов очень много сбрил. Но все-таки лимита боевого больше, прирост часть осталась здесь и держится пока тайм, и четвертый цеха есть. Вроде как и третий апгрейд на атаку делается, то есть шансы есть наверстать упущенное, но депохи не чинится, что не чинится. Саплай блок, правда, не будет, потому что лимиты-то просели, но вот если золото, вот это, кстати, сейчас тиран сбреет, нормально будет сейчас минка, кстати, жахнет рабочих, тут штучки 4 можно подряд, бах, 4, да, правильно я сосчитал, там пятый был, но он из ранжа вышел, минки в итоге. Так, опять бейны закатываются.
Один рабочий... И все это депоха открыто. Все это депоха открыто, короче. Их, бля, сколько раз он забежал вообще? Сколько раз он забежал через эту депоху? Меня уже начнет сейчас заморозить просто. Ну закройте другую, открой, ё-моё. Если через ту забегает, может, тебе не везет просто. Фугасы, кстати, отсутствуют. Вот, тоже невезение, да, тут? Отсутствие фугасов. Так. Сказал дело, там расконтролил вроде как. Бэйна опять идут вперед, прессинг идет. Где Био? Био вдалеке где-то вообще находится. Мариками отвлекает тайм, ну и отцу, ну не палец, он в рабов врывается. Ну тайм, кстати, законтролил, смотрите. Спасательная операция. Увоз КСМ просто. Минки не успевает тупо стрельнуть сейчас по собачкам. Сейчас кто-то одна стрелит. Здесь минус ну все, ну и Марик погиб в итоге. Био подходит, здесь беллинги новые делаются. 47 на 79 по лимиту. У тирана есть третья атака, он пытается на ХГ зайти. Ха тут за... Че ты бегаешь? Че он бегает? Корпус врил, все, что смог. Видите, это спор пока что. Загружай, беллинги идут вперед. Ну, контролит тайм достаточно четко улетает. Ну, мариков много, смотрите, 86-58, по лимиту еще шанс хороший, кстати, тайма есть. Ну, экстрим шанс вообще в ничью серию есть вывести, шансы хорошие. Так, стабилизировал все-таки. Не, ну, вот такие игры прикольные, то есть это импровизация, это на встречных курсах все идет. Блин, у меня тоже такое бывало, когда тупишь как бы вот одну и ту же ошибку долго делаешь, но все-таки надо на таком уровне стараться исправлять, короче, чтобы, ну... Забегаете там, сделайте что-нибудь, выставят дозор спереди, там, я не знаю, разведчиков мариков каких-нибудь поставь там. Так, бегает здесь тайм. Хату собирается драться, хаты. Сплит хороший, но беллинги, кстати, врываются. Здесь сразу две цехи аннигилируют у нас Асону. Добычи сейчас просто не останется в итоге. Ну и у самого с добычей проблемы сейчас, между прочим, будут. Потому что золото... Ага, у него здесь на другом направлении, между прочим, хата есть. Да, неприятный момент. Ну все, добычи нет, и что тирану делать? Надо идти дальше прессовать. Возвращается назад. Здесь надо мариков забрать, увезти назад. Тайм это делает. Собак покрошит наглухо. Ох, хорошо, Минка все-таки смогла зафокусить. 92-80. Здесь беллинги подловили несколько собак. 83-36 по лимиту. Сможет ли с преимуществом по апгрейдам тиран сейчас реализовать эту, в общем-то, игру, интересно или нет? Здесь вообще минное поле голимое. Ну, собаки-то проскакивают, пока минки вообще не успевают стрельнуть. Так, беллинги заходят. Здесь нет смысла, минка есть идти вперед. Опять забегание по кругу. Минка копается. Залпы сделать не успевает. Сверху хат что-то там Асону ставит. Ну, крипа здесь много. Мулы все выкидываются. То есть нужны минералы тирана. Он это понимает. И выкидывает мулов сейчас. Выход наверх идет хороший. Вот эту базу надо ликвидировать. Если получится, нормально все будет. Так, СМ-ки заходят. Сейчас беллинги все взорвут нафиг. Печально. Так, иномарик на все хватило. Мародер как был без фугасов, так и есть. Вот же, тут одни беллинги вообще у Зерга делаются. Кстати, если одни беллинги без собак, может пробрить. Будет сейчас ордена Тарсона зайдут, и тиран проиграет эту игру, если цех не поднимет. Одну поднял, так она горит, уводить, чинить надо. Так, садится с цеха, мулу сюда можно кинуть. Здесь что-то забуксовало, все стало, стоит. Беллингов 50 беллингов, ничего себе. Лимита хоть и меньше боевого, но 50 беллингов, я извиняюсь, это многовато как-то. Так, цеха на другом, ну правильно, тут добыча началась. Врил резко тайм, все. Перелетел на мейн, кстати говоря. Беллинги не при делах вообще, марики дропаются прям в собак.
Можно стимиться и собак подбревать. Не все медиваки, кстати, разбудили. Сплит пошел. Сплит хороший, но веллингов и лингов слишком много. Надо улететь отсюда нафиг. Три рабочих у тайма, кстати, осталось. ЦЦ-ха сейчас горит. 20 хп остается. Чини, чини ее. Успел. Царь вообще на 5 хп успел. Я уж испугался. Вейлинги заходят, марики стимятся. Сплетануть-то можно? Не, нельзя. Возвращается пехота, часть полетела назад, хорошо. Здесь опять золото восстанавливается, тирана меньше пулемета, но боевого больше. Минки делают неоценимую, конечно, тирану услугу. Они просто выправляют здесь всю игру. Так, пацаны, бедняги. Вас не контролят. Минус тут. Марики. Хорошее забегание с марики минус. Что-то не законтроил. Здесь сверху юнит стоит, ничего не делает. Но мула добывает, по крайней мере, и КСМ-ки строятся. То есть добыча какая-никакая будет. И это важный момент. Так, сканет. Сканет тайм. Слишком много лимита. 24 лимита боевого в медиваках. То есть, как бы по земле лимит-то одинаковый. Фактически минка. Минку минусует все-таки в итоге. Марики всю новую строятся. Здесь вот юниты, блин, медиваков просто нереальная пачка. Юниты бегают без всего. Ну как можно в таких ситуациях отдавать без медиваков почти юниту? Пошел сплит. 60-63, 46-25 по лимиту. Медиваки это хорошо, но они не стреляют. Они не атакуют, понимаете? Как бы вот что плохо в данной ситуации. Пытается. Все, золото добывал. Победа Зерга, ребята, в этой игре. ГГ пишет тайм. Ясону молодец. Удает. Еще умудрился слить эту игру. Тайм. Ну, бился, конечно, бился. Но ошибки. Ошибок многовато. Один однотипных причем. Четвертую карту ждем. Прыгаю в игру. Кирич, все замечательно вообще. Дела хорошо. Смотрим тайм Айасон. И опять риперы пошли. Ну, конечно же, риперы. Что еще можно играть?
Улучшение командного центра завершено. Так, ребят, опять риперы вперед, мчат. Один уже прилетел и начал бомбардировать здесь своими гранатами, пистолетами. Я понял, походу, военные, своло военные бюджеты явно урезали, по крайней мере, на риперов, да? Раньше они по зданиям гранатами каждый раз кидали демеджу. Демеджем, ну как бы зданческим демеджем тяжелым получается, осадным демеджем. Сейчас же они просто гранаты по всем кидают. Или просто риперов обучили гранаты не раскидывать тогда часто вообще. Так, королеву еще одну уже подрезает у нас там здесь. Рипера надо увести. Собак застебал. Один рипер вообще в мясо демеджен. И только что вот вы видели, был момент. Если бы тиран не был таким мертвецом, он бы просто отвел двух риперов назад. И у него было бы сейчас не три здесь, а пять риперов просто. Даже шесть уже было бы. Вот. И он бы давил бы. Но он взял и потерял просто в итоге. Опять же, собаки сейчас начнут сгрызать по чуть-чуть. Так, еще одну собачку подрезал. Какие у них лиги, блядь? Блин, ну зачем такие вопросы задавать? Тайм играет на ГСЛ в КДС в РО-32. В Корее Зеста он убил недавно на отборочных. Вместе со Скарлетт, по-моему, они там играли, прошли из одной группы. Или с кем-то. Ну, а Асуну тут 3 Китая. Так, ну, продолжается прессинг, здесь королев просто немерено уже. Сколько там королев-то уже? 9 штук, офигеть. Много королев, очень много королев. Крипту море подбревает, тайм от толку-то сейчас они здесь еще больше загадят. Так он и не парился, зерк, а так, да, сразу, что тут, 2 крипту море выбили. Наложим 5 кучек, короче, этой слизи. Все в крипе вообще. Да как, так и проиграл. Когда через одну депошечку открытую 5 раз подряд по 30-40 собак забегает, то тогда и ГГНчик можно написать уже. Так, бараков все больше и больше. Да, факта, стандартная ситуация, как будто переход в факторку. Так, ну хата отменена, надо сваливать риперами. На себя давай гранат покидаем, молодец, блин. Чем-то перестреливает. Сколько уже риперов отдал? 13 уже. Ой, чё себе, так много уже отдал в этой игре. Мне казалось, меньше. Я думаю, штук может 6, там 7.
сумели все-таки риберы на ХГ влезть тут. Ну, давай, как уйти-то отсюда? На мейн? Да, на мейн уходит тайм, пытается уйти на мейн. На крампе-то подходить было, чтобы гранатами сбиться. Да, с газом побьемся, давай. Сам себя раскидывает на гранатах тайм. Ну, кстати, расконтролил собачку. Расконтролил королеву. Рабочку-то поехали, зачем мы? Ну, это мисклик случайно повел туда, вперед. Собаки еще выходят. Вейлинг Нес хочет сменить, там что ли, не понял, что он хочет сделать. Так, собак все больше и больше. Надо позицию занимать так, чтобы улететь можно было. Вот сейчас надо сваливать на третью, стараться. Попытался тайм как раз это сделать, но я особо понимал, что он должен улетать на третью базу. Здесь ничего нет, сюда спрыгнул и он туда улетел. Все. Риперы в итоге уничтожены, и Зерк нормально себя чувствует. Хотя рабочих больше у Тирана. Но здесь 4-я хат, сейчас дронов закажет, новых пачку просто, и все, газ начнет добывать. 9 муталисков заказано. Здесь газ надо делать, здесь газ просто рабочих направить, сюда рабов построить и газ чай добывать. Так, Best of 4. Система здесь. Так, 109, 118. Чалик, что, тебе дверь не открыть, что ли? Не надо мне гнать тут. Это только первая пара еще играет. У нас еще три потом будет пара. То есть тут просто 4, то есть 16 карт будет сыграно всего. Ну, бывает, что китайцы косячат, кстати. Я думал, корейцы в этом плане супер ответственные. Китайцы какие-то бывают, что ну, они опа и ну, не приходят в состояние. Так, на мейне туретка не достроена. Вот достроят, сейчас тайм ее. 128-137. 2-2 пораньше, как и в прошлой игре. Ну будет ли 3-3 раньше, еще вопрос пока открытый. Стимится тиран, видите, здесь беллинги делаются. Прогнал собак, которые беллингов морфили. И опять депуха открыта. Если в этой игре будет такая шляпа, ну это будет перебор. Опа, какая слифлинга. Чё сидит столько? Собак забрал на халяву просто. Так, уже четвёртая ЦЦХ планетарка. В этот раз, кстати, ранняя. Это хорошо. Так, с маликами прессинг идет, я ну, мутали достаточно много, да улетай-то, муты мало, ё-мо, можно было сесть и сюда улететь, ну, корейцы доконтроливают всегда до конца, этот же берет, типа, сплитан, вот смысл сплитить 10 мариков, там, и 3 мародера против, ну, грубо говоря, против, там, беллингов 15 и собак 30 плюс муталисков, там, ну, это же бессмысленно, потому что еще королева там сзади, но тайм давит, кстати говоря, тайм давит, и, возможно, забьет гол престижа, что называется. Так, крифтуморов здесь попробревалось очень много. Че, ну сканить? Да, крифтуморов и жертв кидает столько. Вот один секретный остался между тем и этим сканом. Он умудрился здесь выжить. И в итоге здесь будет крипт его. И спадать он медленнее, на самом деле, будет. Yeah.
Так, ну что же. Давление идет, смотрю, муталисков даже выпиливают уже тайм. Можно даже-то отодвинуть. Прирост хорош сюда идет, там и медиваки новые дотекают. Но вот где фокус? Вот где... бомбит меня сейчас будет, бомбить, блин. Один Беллин красный, просто. Где ты? Вот видно же, что здесь контролит, что-то стимится, бегает, да кликнет им Беллинга в эту. Что-то ослепший, что ли, ё-мо. Корейцы тоже глаза узкие, да видит все прекрасно зато. Ладно, не буду, а то он сейчас бомбить начнет. Так. На самом-то деле дело говорю. Так, ребята, собаки выпили 48-112 уже. Пятая ЦЦФ ставится. Ну, правильно. ЦЦФ нужна. Марики разбегаются, сплитятся. Ну, мини-демедж уменьшают, конечно, но не идеально. Фугасы, кстати, вообще тайм не делает никогда. Почему-то, не знаю. Сейчас 3-3 будут готовы грейды. Я думаю, тиран здесь просто обязан додавить, как бы додавит стопудово. Несмотря на то, что энергии медиваков мало, но их, ну, самих медиваков там скапливается 4 штуки, они регенятся и новые подлетают. И у Зерга нет беллингов, то есть марики на 3-3 просто разрывают все. ГГ, ребята, 3-1 я словно победил, но он деньги получил уже вообще. Все. Ну что, следующая пара у нас будет Айн против Джима. ТВП у нас будет. Так, ну ждем Айна, ждем, с кем там он, я уже говорил, играет.
Так, пошел он в это, отлично. Так, ну Айн против Джима, ждем начала. Не знаю, кто фаворит. Джимка это вообще мертвый последний раз, и что я видел, играл. Да, здесь классика нагнул 2-0, молодец еще. Так, ну что, здесь интересно, кстати, смотрите, тиран как начинает. Давайте по игре что-нибудь. Проц без разведки вообще играет, это Джим против Айна. Айн же начинает со сверх просто ранней факты, со сверх ранней. Сейчас минки могут прилететь и... Вот. Пензи казино, Лёш. Я не Лёш. Может быть, Алёш. Да нет, не Алёш. И не Вася, и не Валер. Вот, ну ладно. Марики плюс циклон. А, то есть это не минки прессинг, это вообще в лоб атаковать некий второй. Интересно. Долго будет он адептами здесь все пробивать, конечно. Но тиран зачем-то куда-то полетел вообще циклоном и тремя мариками. Вообще план так спешит, я не понимаю.
Очень сильно он спешил. Так, ну, сейчас с пробками будет батл. Попытка зажать циклон, да, адепта крошит. Закрошил адепта, но в итоге и циклона забрал Джин рабочими. И вот зачем вот смысл это делать? Я вообще не понимаю, короче. Вот почему не взять было вот это все и вместе не напасть здесь просто? Ну или, по крайней мере, сюда пришел циклоном контроль, но не давать себя окружить-то. В итоге все просрано здесь. Все, три рабочих убиваем, да это смех, да и только. О, оракул в воздуху, видели, стрелял. Бывает такое, бывает. Только демонс не наносит. Пять рабочих выпилил. Ну вот все-таки последним дропом тут хоть рабочих мы убивал некоторое количество. И циклон такой говорит, пока, я поехал. Феникс с викингом, викинг еще не с фениксом, тут по разам хотел выйти, но понял, что не прав, сам сразу же улетел. На самом деле феникс викинга разберет в мясо вообще. Вот. Хотя, ну, не в мясо, но разберет. Короче, как-то тиран попрессовал, вроде Протсуна убил, но сам натерял немерено, как бы, ситуация какая-то более-менее ровная получилась. Бегом, ИСМ готов! ИСМ готов! ИСМ готов! Кому навешать? Полный вперед! Эйсен, кому навешать? К трудовым подвигам готова. Эйсен готов. Кто на новенького? Так, ну что же. Два барака прошло. Тридцать цехи уже. Пять бараков сейчас. Минки будут добавлять? Да, будет минки. Био стандартная плюс медиваки. Не, ну без минок я сейчас не представляю современное ТВП, если честно, как бы. Ну, то есть, если не минки, то Протс будет разбирать реально, как бы, тирана. С минками же все нормально. Саплай блок, я не знаю, кидает мулов. Кинь ты, блин, сюда, в депохе. Ничего не строится, пока эти строились бы, кинул бы, сейчас все нормально было. И главное, что сейчас... А, вот, еще две пошли, все нормально, все правильно. Цеха третья села.
Так, плюс зелки. Два зелка еще товар. Призма с четырьмя рядом висит. Почему не плашет видео первого дня СССР? Где ты в группах ВКонтакте смотришь, если... На Good Game of Player месяц только хранится 30 дней, все, потом удаляется. Значит, уже, может, прошло 30 дней. Хотя, не должно было пройти. А где у нас SSL? Прочь с дороги! Наши КСМ атакованы. Все работает у меня, значит, это у тебя какая-то косяк. Вижу все по-взрослому. Так, прилетел здесь дроп от Протоса, от Джима. Ай, ну очень быстро отбился, рабочие на третью, пошли на второй, добычу восстановили. На мейне тоже есть, у Стирана сразу инкам просто большой становится очень. Так, здесь один танк и очень много минок, только почему-то они позади танка этого. Вперед бы перекопал чуть-чуть из этих тот циклон, который уехал, там он тоже спереди, блин, находится. Ну, конечно, можно катить за минки, отбегать, но зелки будут прыгать по отдельности вперед, и минки будут, во-первых, по небольшому количеству юнитов попадать, а во-вторых, еще и по своим будут бомбить не слабо. Здесь прессуют, Тайн очень сильно прессует. Пошла атака от Джима, вот он на минки пошел, заходит, минки бомбят по фениксам, там по всему фениксы падают, все падает, минок очень много, осталось здесь в тылу, но их просто не видит их ничем сейчас. Ё-моё, архоны по флешом ничего не контролят, медиваки не бустят, какой мертвец. Все потерял на отступлении просто сейчас, здорово, Слав. Тёма, там все пашет, просто что-то у тебя браузер другой пробую, я не знаю там из-за чего это не пашет, фу. Как бы флеши, HTML, там эти, как бы, ну, и все дела. Красный Крабс активирует премиум 26 месяцев. 26 попёр. Так, спасибо всем, кстати, за премиум, за поддержку. Ребят, помните, что надо подписываться на премиум, поддерживать, естественно, по реквизиту писания через плеер. Звуки по возможности отключайте, Джим идет вперед. Айна здесь немало, мягко говоря, юнитов, но у Протса 2-2 на 1-1 тирановские. Но тиран под либераторами здесь нормально подрался, разбирает все, надо и мортлов пофокусить, пофокусил там и мортлов. Под блинк под либераторов наглый делает сейчас Протс. Ну как наглый? Нормальный под блинк, чтобы убить тирана, понятное дело. Это задача Протса в этой игре. Как и в любых других играх. Чтобы победить, надо армию убить. Или, ну или... или другими способами победить в Старкрафте. Много способов есть для победы разных. А если быть точным, два. Много говорю. То есть убить все здания, либо заставить оппонента написать ГГ раньше, чем убьешь все здания. А там уже детали, все остальное. Так. Рабочий уходит. Зелки на 2-2. Плюс сталкеры. Прессинг жесткий. По лимиту просил. Грейды сейчас зарешали, ну, очень сильно, на самом деле. Джим против Айна у нас бьется. Китай. Сегодня играют китайцы и Харикейн на кунг-фу-кап. Кореец. Следующее будет ПВП. Харикейн против... Забыл я кого там. Сейчас скажу вам чуть попозже. Дам Харикейн очевидно фаворит. Я вообще не понимаю, почему он на кунг-фу-капе Харикейн есть. Один единственный. Вроде как он в китайской команде какой-то играет. Поэтому...
Так, ну что же, ребят, погнали. Вторая карта всего в каждом матче. Всех игроков по... будет сыграно по две карты там. Улучшение командного центра завершено. СМ готов. СМ готов. Пристройка. Завершено. СМ готов. Кто на новенький? СМ готов. Так. Стрим используй, смотрю. Не знаю, не знаю, какая там польза. Так, 9 мариков у нас тут есть. Из Хараса было 3 адепта, которые 2 марика убили каким-то... А, ну Минка здесь подрешала. Где она вообще? Вот, на мейне. Но второй одна Минка точно там убила там кого-то. Вот. Ну здесь, в общем-то, Старгейт, 3 гейта, то есть делаются Фениксы. Есть Оракул, есть Феникс, сейчас будет второй и 3 адепта, все, ну... Вот такими группами, без стимпака, без всего, лучше тирану не ходить, потому что здесь грань очень тонкая. 3 адепта и Феникс, и Оракул не отобьют, это все точно. И даже 2 Феникса, Оракул, 3 адепта. А вот 6 адептов, это все дело уже в хлам, это все унесут сейчас. Загружается. Вот одного киданули, 9 было. Места не хватило. Так, бой 4, может быть ничья, это групповая стадия. То есть может счет быть 2-2 теоретически, но играются все карты обязательно на Кунг-Фу Суперлиге. И напомню, ребят, что мастер Колизеум от корейцев, от китайцев начался турнир, где чисто корейцы, самые топовые. Группа А уже сыграна была 7-го, нет, 6-го числа, блядь, четверг, какое число? 6-е вроде, будет сыграна группа Б, и я буду ее стримить из игры, короче, вот так вот. За что спасибо пацанам. Вот. Так, ну тут Феникс. Так, 2 Феникса Оракул у нас получается. Я тоже знаю, о чем говоришь.
Так, алима лигу в игру не попасть. Плюс надо про Колизей как раз было поговорить. Сегодня я пришел сюда. Возможно, какой-то день я и пропущу на Кунг-Фу Кап, если что-то действительно суперинтересное будет. Алима лига неплохая там, но из игры стрим круче в любом случае. Когда совпадать не будет, а я посмотрим. Гейтов много открылось сейчас. Очень даже. Ай, минус оракул, ребята. Ну, хоть ревеленчик кинуть успел, и то хорошо на минку. Здесь Джим 137, вот как-то я смотрю, как и в прошлой игре, Айн в плюсе по лимиту, причем в серьезном. Он контролит поступу вот, всякими депохами грамотно. Ну, здесь может какую-нибудь депоху запилить, но черт побери. Так, и бараков 8. В прошлой игре тоже так было, он потом слился. Ну, кстати, чисто адепта Феникса, чисто адепта Феникса, ничего больше нет. Ну, адепта Феникса это такой микс, опять же, где все лежит на грани. То есть, либо ты изобреваешь в хлам тирана, либо тиран отбивается, и тогда уже шансов мало остается. А тиран решил пойти вперед, и, кстати, выход очень интересный такой. Адепты прям со старта будут врываться. Да, врываются, адепты... Ядерный какой-то выстрел просто сейчас был от минок, ребят. Марики живут, мариками фениксов закрошил. Здесь тираны прирост приходят сюда, но медиваков не стало просто. Адепт слишком много. Ну, хоть вот... Не, вот такой размен для тирана не смертелен. То есть он, по крайней мере, он подрался, Протсу убил часть армии и смог уйти, как бы. Но бывает, вот если Протсу фениксов осталось бы больше, он бы не смог бы уйти. Но зато стейк фениксов был поломан, и теперь придется отстраивать заново все. А это уже не очень хорошо, конечно же, для Протсу. Так, адепты на третью приходят. Зим вообще их не контролит, можно дальше было полететь, что-то там не 2, а штук 6 хотя бы на отступление убить рабочих, но он дальше не полетел. Так, пытается Джим нагло агрессивничать, здесь только мародер уже, кого он там хочет. Прям со схода врывается, по КСМ-кам минки бомбанули свои же. Но дело в том, что адепты слиты все наглухо и все нормально благодаря этому моменту у тирана. Так, ну медиваков что-то один, вот надо еще отстраивать сейчас. Несколько адептов, и сталкер был пойман на халяву. Пытается вперед пойти Айн. Он идет вперед, но опять же юнитов лечить нечем. Здесь Стим пошел. Два адепта на третью заходят в очередной раз. Минки, прирост большой дома. Вот здесь выход с одним медиваком, точнее даже он где-то отбился от основной группы. А дома просто и минок дофига, и всего много. Я понимаю, почему это все вперед-то не подведено было? Здесь просто перестимленные все наглухо юниты, как бы. Нужно что-то делать за первыми стимпаками, драться нормально. Фениксы сливаются, сейчас марики назад отходят за мародеров, марики стимятся. Мародеры тоже стимятся, естественно. Сзади прирост на стимпаке подбегает, и тиран продавливает, кажется, здесь оппонент своего, тем более... Кстати, даже 2-2 не делает. ГРД 1-1. Как было, так и есть. Сейчас минки сделают зал. Разорвет просто. Хорош. Так, что за клип тарам? Угу, хороший клип. Вот этот клип, смотрите, скидываю, ребят. Сейчас в контакт добавлю. Спасибо, Раму.
Плюс, еще плюс того, что я стримлю здесь, как бы, Кунг-Фу Кап, это то, что все будет выложено на YouTube, понимаете, как бы, и людям приятнее будет, тем, кто в записи смотрит, и уже запись, как бы, ну, никуда не пропадет. Так, ну что же, ребят. 1-1, пилон Гейт Гаснейк с кибернетчика здесь у нас у Протоса. Тиран играет через барак Гас, то есть это не Гас до барака. И играет Мариков, то есть будет Факта сейчас через Мариносов. Ну что же, интересный расклад. Улучшение командного центра завершено. Ну что, ребят, прокси Факта с реактором и Старпорт. После ЦЦхи, ребят, здесь на реакторе Марики делаются. Это билд инновейшеновский. Задроп минок жесткий вообще. Улучшение командного центра завершено. ИСМ готов. Так, ну что же, тут летает что-то все туда-сюда. Ну, дроп и минок идут стабильные, ребят.
А, ну здесь чарж, кстати, с роботиксами, между прочим. Не успела Минка долю секунды какую-то стрельнуть сейчас. Еще один меня полетел, но здесь Минка стреляет 6 рабочих. Забирает. На третий депуха есть, в общем-то. И здесь халявный дроп на бусте врывается. Сейчас Минки дропнутся еще раз. И... короче, печально здесь. Еще рабочих разорвало. Просто 12 суммарно минус. Загружается медивак, улетает. А здесь еще сейчас один медивак. Третий уже, между прочим. И Марики подходят. Похоже, это легкая победа будет для Тирана сейчас. Потому что здесь нет, просто нечем отбиваться. Уверчаж есть, но тут проход на мейн свободен. Просто пошел на мейн, Тиран такой простой. Приходит и начинает на мейне просто вот разваливать. Так, по адептам минки и по зелкам залпы делают. 4 минки здесь можно и увести. Ценный юнит это на самом деле. Хотя да можно сейчас выкопать и уйти на муви просто. Давай, что Тиран тупил-то так? Ошибки какие-то тупые, по-моему, немножечко. Не то, что тупые, но странные, я бы сказал. Так, 20 пробок минус. А, либератор здесь прилетел. Смотрю, что цифры увеличиваются. Здесь несколько погибло, уже не гибло ничего, а все цифры вперед и вперед шли. 76-62. Здесь дропщик полетел от зелочков на мейн Тирану. Ну, там Тиран готов 100% будет. Щиты стимпак очень поздний прям. Вот был бы сейчас стим, было бы все уже нормально. Тирану он уже победил бы, но... что-то стима не было долгое время, даже в заказе я почему-то так долго не делал. Так, летает вокруг, там либераторы прикрывают. Так, смотрите, сейчас давар сюда сделать могло бы вообще неплохо все получиться. Призму, смотрите, как долго выбивают. Ну, гейтов-то всего 4 штуки, это смех. Вот, ну... все равно делки напрягают, серьезно. Что-то тут задропал прям Джим Шасайна. Наконец-то Стим со щитами готовы. И вот только-только Тиран справился. Ну ты вот со всех сторон что-то прессинг перейдет с дилотами. 14 рабочих уже потерял. Срок, кстати, по экономике в плюсе до сих пор остается. Особенно если учесть, что у него уже третья цепа там готова давным-давно. Там, правда, третий никс тоже есть. Попытка выпилить, а тайна идет призму не выпилить. Контроль. При этом всем тоже не идеален. Типа, вот есть же инженерка. Постройте тут по туретке. Здесь. Вообще туреток не строят. Ни хрена не строят, блин. Мулы на мэне зачем-то все. Зачем на такой стадии мулы на мэне минералов не остаются по тридцатке? Все, сейчас добычи не будет. Так, на третий ЦЦ полетел. Здесь минки все строятся, кстати. Могут на мую прям сюда прийти сейчас и развалить вообще. Во, наконец-то додумался, что туретки можно построить. Так, на третий добыча поперла. 103 на 85, 105 на 85. Мины просто на муви подходят сейчас сюда на третью базу. Ну, долго очень что-то тираны копало. Они не... ну, то есть надо было вот здесь скопать и не париться. Он куда-то внутрь там пошел. Здесь обсервер был, просто убил их просто сейчас. Так, секундочку, ребят, сейчас трубку возьму.
взрослого. Давай, удиви меня. Кто на новенького? С трудовым подвигом готово. Кому навешать? Сейчас урвать его! Брось с дороги! База атакована. Кому навешать? Давай, удиви меня. База атакована. С трудовым подвигом. Брось с дороги! Пошло-поехало. Вижу все. Так, все, я здесь, ребят. Поехали. Продолжаем смотреть. Размен идет. Серьезный еще размен. Тиран приходит к Протсу. Протс приходит к Тирану сейчас. Зачем пробки катить сюда, абсолютно непонятно. Но у Тирана были боевые юниты на мейне, в отличие от Протса. И, конечно же, это победа Тирана в итоге. Он с приростом здесь точно отобьется. А Протс не отобьется, и у него уже ни добычи нет, ничего у него нет. ГГ пишет. Джим 2-1-9. Извините, надо было трубку взять. Чисичит Эдес сегодня на Алима Лиге ждет. Гумиху заврил. Классика 3-0 заврил. Замотивировался, что ли, как-то Эдес. Так, ну что, последняя карта в данном матче. Далее у нас будет Харикейн против Макса, да, ПВП. И потом Кщегуацан решающая. Очень решающая последний крайний матч на сегодня. Вот, ну будет интересно в любом случае все это дело. Вот, мастер Колизей будет в четверг там или когда там будет у нас. Так, секунду, Чарли. Смотри, тут сейчас тебя раз... Перееду стул. Сейчас, погодите, ребят. Прочь с дороги!
Улучшение командного центра завершено. Кто на новенького? КСМ готов. Так, ну что же, здесь у нас Гейт в робот Твайлайт играется. Тиран 3 Марика плюс Циклон плюс Старпорт. Ну, Тиран решил, как в первой игре сыграть. Сейчас опять, блин, отдается здесь просто на ровном месте. Если так будет действовать. Что-то Марики сюда, что он сюда он пришел, вот не понимаю. С какой целью это вообще? Ну, в общем, будет здесь так. Здесь будет 3 Марика плюс Циклон. Полетят медиваки. Плюс еще здесь 3 Марика и Циклон. А здесь, кстати, Адепта Глед. То есть это All-in. Это All-in. Мозги ты, вот и такая тема. Ну, может, на самом деле, тирановский вот этот врыв зайти неплохо сейчас. Полетел медивак. Как-то там угловато летает. Ну, что поделать вообще? Так, сейчас будет просто 6 Мариков и Циклон передроп на мейн. Откровенный. Прилетел Джим и просто не заметил, что происходит. Сам строит 5 гейтов, кажется, Проксу ГГ. У него Мазерпур... А, есть Мазерпур, погодите. Пилон выпиливает, додик, ты, ё-моё. Купил. Так, сейчас вы... А, ну хотя он выпилит один, потом только второй вот этот допилит пилон и все. Гейты отключены, Глеф, нет, победа, Тирана 3-1. Да иди ты не писай. Заходи под пилон, что творить-то? Ё-моё, пилон не выбит, Глефа сейчас доделаются. Это шанс для Протса великолепный, на самом деле, игру эту взять. Ну тут слишком что-то, не-не-не-не-не-не, хватило Тирану. Не взять будет Протсу ничего. Здесь Мазершипкор падает. Два адепта игру не решат. ГГ пишет Джим. Это изи какое-то просто. Фига, ай на АПМ 457 я не видел. Ну что, ждем ПВП, ребят. Так, 2 минуты, говорят, сейчас будет, сейчас позвоню тогда быстренько.
Все, ребят, вернулся я к вам сюда. Ну все, Макс это против Харрикейна. Так, ну что, Харрикейн против Макс, 0-0, ПВП, ребят, первая карта, конечно же, фаворит Харрикейн здесь, ну посмотрим, что Макс сможет сделать, в принципе, игра достаточно интересная. Последняя пара будет поинтереснее, это будет ПВЗ Кшигуа против Сана, одновременно идет Алима Лига, напомню, ну там у нас... полуфинал, потом финал будет, не знаю, успеем мы что-то посмотреть. Ну, скорее всего, навряд ли мы валим Алиги, что успеем посмотреть. Зависит от того, как игры здесь пойдут. Здесь плюс 6 карт еще будет отыграно. Так, сталкер была заказана. И бустится варп сейчас. Харрикейн приходит, как-то тут Макс даже, ну, лучше
Подрался фактически, здесь даже по ХП получил урон Харикейн Сталкеру. На халяву. Тут пробка пытается на халяву проникнуть. Кстати, проедет она сейчас сюда. Спалит прям Нексу сразу же. Ну и пробку запалил, конечно же, Максер. Пробочка минус. Так, спад пуш идет, смотрите-ка. Два гейта открылись, торги дали, варп сделан. 6 сталкеров есть, плюс 2 до варп, 8 сталкеров прессинг вообще. Интересно, Макс здесь напал, то есть он Нексус может минуснуть. У него делается Оракул, и у него, между прочим, уже Нексус готов. Сталкеры все еще прессуют, сейчас еще два подаются. Имморталом был бы шанс у Харики на Нексус отбить, но без Иммортала нет шансов никаких на это. Еще и Supply Block, но рабочих, кстати, много у Харики на мейне осталось. Ну, Макса точно обгонит сейчас благодаря Никсу и Supply Block. Плюс еще и Оракул популяцию может сократить вообще. Вот. Третий гейт. Оракул прилетел. Ну вот пожалел Харикин, если бы он сюда, я сразу сюда поставил, я думаю, сбил бы. Пожалел оверчажа, в итоге вы видите, Оракул ушел сюда и не достать до него вообще. Он висит, его прекрасно видно, но не достать до него, до чертяги. А у Макса до грелки поперли. Лимита больше, всего больше у Харикейна блинки. Но зная то, что это кореец, и понимая, сейчас будет блинк, и ну, что у него и контроль, как бы прекрасно, я думаю, что попытаться что-то здесь наверстать Харикейн еще может. А Оракулам надо улететь просто сейчас, все. Попытаться. Привет, Гекс. Так, плюс два гейта поперло. Так, с иллюзией минус здесь. Пытается, смотрите, у Харикейна уже, вот я что говорю, кореец, какое отставание было, только что 70 было 1 на 55 по лимиту, в пользу Макса, да.
Будет уже ситуация совершенно другая. У Харикина уже третий Нексус есть просто. У него рабочих больше уже. На 5 штук больше, блин. Ну тут, правда, плюс один HH и Нексус третий поздний. Ну, по боевому Макс это все еще больше, на самом деле. Вот он вперед попер сейчас. Два адепта заходят с одного направления, армия в другом идет. Так, зилки на Ксилнагу будут заходить или еще? Да, заходит зилок на Ксилнагу. Падает зилок сюда, надо варпить юнит, просто что и начинает делать, соответственно, Макс. Кстати, интересная такая тема здесь планируется. Два адепта на вторую зайдут, на мейн залетит призма, а на третью пойдет основная атака, вся вот эта вот хитрая. Надо залетать уже призмой вперед, то есть агрессия помимо основной атаки должна начаться раньше. Это очевидный момент, нужно заходить адептами, вот уже иллюзии сюда посылать. Ну что-то этого не происходит. Так, заходит Макс. Убрал, все, адепты пошли, а призма что? И призма полетела, да, все в порядке. Так, адепты на вторую залетают. Харикин очень внимателен. Призма залетает на мейн. Зилков надо дропать. Давар пошел, еще зилков. Три сталкера здесь абсолютно точно ни с чем не справятся. Давар медленно идет. Здесь очень, да, очень даже медленный. Это варпятся зилки. На мейне проблема, нужно на мейне наращивать прессинг, потому что в лоб здесь держит Харикейн войска, а на мейне Харикейн ни хрена не держит. Так, причем 1-0 на 0-0 пока битву идет, только сейчас тут атака доделать. Пошел Макс вперед. Сейчас билды неплохие очень ставят. Это 1-0 Макс. Чё себе, Макс как-то мощно отыграл. Корейца так разобрать четко, прям вообще молодец. Я бы сказал так. Хорошо, хорошо зашло. Прыгаем в игру. Так, ну что же. Макс это 1-0, ребят. Вторая карта Харикейн Макс это вообще. Так,
Варп быстрый, когда в его на пилоне находится гейт. Если нет гейта, то он не быстрый. Также варп быстрый, когда пилон рядом с Нексусом стоит на определенном расстоянии. То есть, ну я не знаю, сколько клеток. Вот здесь вот быстрый варп еще будет. Если же пилон вот так вот сюда поставить, то уже не будет быстрого варпа. Даже здесь я не уверен. Нет, здесь быстрый, скорее всего, будет. 90%. Так, бустится мазеркорчик. Два сталкера у нас делаются. Ну, Харрикен через сталкер. Сейчас здесь то же самое. Как в прошлой игре примерно, в общем-то, начало у нас. На твои зонды напали! Я здесь, среди теней. Так, два сталкера с Харрикейна, еще два сталкера. А тут два адепта, смотри, устроятся. У Макса, да. Так, ну тут Харрикейн отпустил, не стал сталкера разменивать. Короче, как-то, честно говоря, казалось, что сначала Макс это выгодно разменивается, потом стало понять, что не так уж-то и выгодно он там разменивается. Три сталкера приходят, здесь всего один уверчаж и две сентри, все. Значит, можно выманить все уверчажи в легкую просто. Мазеркорчик здесь висит, но ему много энергии, адепты не убьют, много юнитов здесь, это очевидно абсолютно. Если они зайдут даже сюда... Иллюзии назад поперли. Ну и все, зашел и ничего не сделал, называется это. Так, ну здесь, по крайней мере, больше уверчажей не потребовалось, чтобы отогнать. Так, адептики уходят. Все-таки Харрикейн заловил там одного. Ну, Макс это, кстати, больше пулемет, что самое главное. Еще одну пробку Макс это умудрился подрезать. Сколько он? Три в итоге срезал. Ну, нормально, у Харрикейна меньше рабочих. У Харрикейна делается блин, кстати, уже он готов наполовину. И он собирается небольшой подпуш сталкерами сделать. Не до конца, конечно же, врываясь, но... Может подхарасить немножко. Причем. Так, что мне сейчас пришел интересный момент. Посмотрим двухбазовый выход, но без доварпа это пишет так. Пуш. Я бы сказал. Разменяться на пару юнитов. Не более того. Так, адепты здесь есть. Пока сталкеры гуляют, странно, что Макс так долго адептами идет вперед. Сейчас вот он может халявно очень ворваться, потому что на второй базе можно не просто заблочить добычу всю, а еще и рабочих наубивать. Вот иллюзии залетают, сейчас смотрите. Оп, раз, минус. Контроль пока оставляет желать лучшего, конечно. Но 4 пробки уже, минус, и мейн под ударом, кстати. Сейчас я удивлен, что китаец, так корейца, Харрикейна шатает такой хлам просто. Как шатает, только я об этом сказал, а тут Макс в лоб Харрикейн сбривает просто и все. Уходит в бок, сейчас за блинк на мейн, и тут нечем встретить
кроме оверчажа. Правда, здесь есть иммортал. Выманил поля эти халявные иммортовские сейчас. Старенький интрот, царский контроль идет, конечно. Отходит от оверчажа, начинает сверху напрягать. Шпион еще один выбит. Оверчаж, конечно, еще один есть, но он не спасет пока что. Нужно мазеркор срезать. Харики не контролят здесь почему-то. Я не понимаю, почему не контролят. О, куму вообще. В итоге Макс это отобьется. И, кстати, рабочих у Макс это больше, между прочим. Да. Здесь осталось. И ты тоже добавляется, и может быть делается. Можно с блинком выход сделать, попытаться. Здесь еще адепты врывались, идем, поэтому Харикин идеально не сконтролил, но... Это ладно, это все мелочи. Сюда адепты ворвались. Рабочих больше. Не, вниз пошел, все третий никто закажет, судя по всему. Попытался Харри Кейн покуснуть центрю, потерял сталкера. Красавец, блин. Привет всем на Твиче, на Гудгейме, пацаны везде на СК2 ТВ. Кунг-фу Суперлигу смотрим мы. Сегодня выбор был Алима Лигу стримить с корейцами, рестримить либо кунг-фу из игры. Я выбрал кунг-фу кап из игры. Тем более, что надо про мастер Колизей турнир было выяснить информацию, что я, собственно говоря, и сделал в итоге. Так, ну что, все полетело. Харасить сейчас. Опять же врыв на мейн от маг. Опять же у него больше лимита. И врыв на третью, а здесь, между прочим, гейт с пилоном есть. И все работает. Где врыв на мейн-то? Врыва на мейн нет, а здесь сталкера уже оставлено. И Харики, между прочим, ждет уже этого врыва сейчас. Что самое интересное, продавят ли при таком раскладе в лоб. Ну вообще, плюс вторая атака, как бы грейды лучше и все лучше. Так, призма залетает. Сталкеры моментально устревают. Придется в лоб продавливать. Три оверчажа, но правда тут, несмотря на три оверчажа, юнитов настолько больше, что они топчут просто все. Архона 4, силков они снесут моментально, и Мортла 2 есть. Короче, что-то все плохо здесь у Харикейна и в этой карте. Похоже на 2-0 вообще, то есть Макс это уже ничью как минимум себе обеспечил. Чуть он дает. Вообще не ожидал такого. Китаец Макс от Харикейна, которого я хвалил, короче. Которого я хвалил недавно. И так вот разваливают. Так, здесь Даркис остановит продвижение просто вперед. Где обсервер? Обсервера нет здесь, в этой армии рядом. Что он делает-то ему? Иди ты просто, убегай ты назад, и все. Роба есть, все есть. Фотонки заказаны везде по одной штучке. Иммортал всех слил, но посмотрите по на лимиты, все равно ГГ Харри Кейном. Так, пробка минус. Thank you.
Так, ну что тут, что-то архоны сливаются. Прям много очень архонов у Макса, да. Добавляет он Даршайн тоже. Ну что он по центру бегает сейчас? Ну, на Силнагу сопроводил Зелка. Ну да, Дизелок пригодится, в принципе. Вот, потому что, ну, забегание будет он видеть, если будет. Но не обязательно было все армии его сопровождать. Так, есть обсервер, третий Никс установлен. Здесь тоже архонов достаточно много. Плюс 2 там и там. Ну, у Макса это третья атака через несколько секунд уже доделал. Через 20, если быть точным. А ведь на мейне сталкера есть все еще. Че он творит, а? Гита сверху нет в итоге. Сейчас Харикейн еще, блин, игру перевернет, давайте. Этот взял, ушел зачем-то домой. Куда он? Че он бегает, Макс? Не знаю. Иди вперед, атакуйся. Два роба есть, блин. Все работает. Иммортал строится. Зелки, архоны, пачки, нереально. Там дестабилизатор первый. Это то, что может перевернуть эту игру. 100% может ее перевернуть. То есть, чем дольше сейчас будет желтый прот стянуть, тем вероятнее, что он может проиграть здесь. Призма готова, вперед летит, архоны плюс добавляется. Это мощный микс, но дестабилизаторы его контрят в хламину. Но пока их 1-2, это одно. Да, ну уже 2 даже сюда больно могут так стрельнуть сплэшем своим. Но когда их будет 4-5 штук, то вообще будет тяжело очень драться. Заходит наверх уже Макс. Да, между мейн не надо на третью даже идти, просто на вторую базу можно пойти сейчас и нормально подраться. Так, здесь идет контроль. Заходит вперед Макс. Харикейн делает залп. Вот то, что я говорил. И чего? Ну пришел. А, с тыла заходит армия. Все правильно отступил, правильно, абсолютно. Нужен даварп сейчас, как можно быстрее. Иммортлы в центре стоят вообще. Вот увидел дестабилизатор и убежал. Куда? А, старгиты пошли, понял. Решил надежно через старгиты сыграть. Ну, может быть и правильно, да. Может быть и правильно, но как по мне там один... Хотя, то есть, здесь тяжело теперь. Так как затянул, надо было дожимать нормально, как бы, Максаду. Он затянул, дал отожраться Харикину. Опять теперь он не может нормально армию размер оценить, чтобы нападать ему там, не нападать. Как бы он не понимает вообще этого. Так, газ на третий начал Харикейн набывать. Третья атака сейчас будет. Здесь таргиты будут через несколько секунд готовы уже. Золото вовсю добывается. Здесь тоже сейчас дистанс майнинг уже пойдет. Так, зелков несколько ловил у нас Харикейн. Макс отсныкал их. И на центре стоит. Сейчас драться будет четко, грамотно. Так, 4 зелка, 2 сталкера. Забегание на золото идет. Здесь потомка и 3 зелка, так они демеджены только в мясо. Это зелки были. Ну, потомка грамотно стоит, до нее не достать никак. Плюс зелка архонов до варп произошел. Два феникса есть, на больше феникса, конечно, делать. Там колосс уже у Харикинга там пошел. Дестабилизаторов 5 штук. Это серьезная, на самом деле, такая тема, но... Фениксы плюс вот этот микс, я думаю, смогут разобрать нормально. Здесь может вторую фотонку добавить, минералов где-нибудь лететь. Здесь за Нексусом нормально будет все вообще. Просто вот дестабилизаторы, что это такое. Залп минус 4 архона сдуло просто. Где фениксы? Чё делает лунтик этот? Не понимаю вообще. Здесь все прикрыто великолепно. Лимиты сравнялись практически. Там колоссы. И это домой побежал. Ну это вот чисто Китай гейминг, ё-моё. Такой же, как Европа гейминг, СНГ гейминг, не знаю. Кореец в такой жопе был просто. Две базы на три, лимита 56 на 101, 56 на 101. Не дожал, и все, лимит равный уже почти, 10 разниц, только подумать. То есть не, нужно не только довести до нормальной ситуации, как бы до того, чтобы у тебя преимущество было, нужно его реализовать, это преимущество еще. Так, Зелок минус, Харикейн там грейды на броню пошли уже.
Здесь вторые поля не делаются. Флитбикон для чего? Для мазершипа, видимо, может быть, карьеров добавлять уже будет. Макс, ну у него нет на карьеров пока газа, нужно... Нужно добавлять здесь и газ, раз, смотрите, грамотнее занимаются. И Нексус, и газы ставятся. Здесь просто Нексус забыл. Уже готов. Ни фотонки, ни газ, ничего не поставлено вообще. Выход с колоссами тут пошел. Так, плюс 2 амор. Харикейн идет на лоб. Убожественная позиция у Макса. Просто убожественная, по-другому и не скажешь. Так, Фениксы отлетают назад. И морфлы на муви идут. Могут слиться. Отошел назад и просто базу свою оставил без прикрытия дальнюю. Нужно идти драться сейчас можно быстрее. Что Макс это делать старается. Отдалим немножечко позицию, чтобы видеть получше. Заходит никто. Позиция убогая вообще сейчас. Дестабилизаторы стреляют. Поднимать их надо, конечно. Поднимает Макс дестабилизаторов. Продолжает давить. Ну, Харикейна больше по лимиту. Феникс это... Практически бесполезно. Ой, как прошло сейчас. Феникс это почти бесполезная часть лимита. Такую игру отдать, это просто вообще жесть. Такую игру отдать. Еще пока не отдал, правда, Макс. Но уже фактически да. Дарков без обсервера там просто Харикейн выбривает, Макс. Непонятные вещи какие-то делает. Просто опущен сейчас был. Все, что нужно было в этой ситуации, ты приходишь, выносишь третий Нексус. Здесь довар Дарков. Я просто, кроме как тормозом таких вот игроков, назвать не могу. Почему? Потому что ты убежал отсюда от Дарков, но ты же понимаешь, что у него две базы, он будет третью восстановить, у тебя третья есть, ты наварпил, Архонов пачка есть, обсерверы есть, пойди ты додави. Он бегал взад-вперед и умудрился такую игру отдать, где 56 на 101 по лимиту было в его пользу. И не надо быть гением, просто чемпионом ГСО, чтобы понимать, когда ты... Три базы у тебя, и ты сбиваешь третьего оппонента, убиваешь ему армию при этом всем, то, чтобы ему сравняться, ему нужно просто там очень долгое время сидеть нетронутым просто. Так, ну пятую добывать, значит 171, 120. И Харики не будет сидеть, поверьте. Он понимает, что ему здесь нечего сидеть. Если он сейчас досидит, хотя бы 150 у Макса с мазершипом будет, будет тяжело вообще. Зелков чирикает вообще. Всех зелков забил, еще и рабочих прогнал. Ну все, последние секунды в этой игре. Вот, так, дестабилизатор. Вы видели, сколько зелков он убил? 13 юнитов убит. Не факт, что все это зелки эти. Ну даже если их сюда вернуть, вот эти арпуны им просто душу и топтали. 1-1. Так, третья карта нужна.
Так, ну что, третья карта, ребят. Один-один. Пока что счет здесь бой 4, то есть может быть ничья теоретически. Вот, и Макс это успел закрыть рампу, в отличие от Харикейна, который ни хрена закрыть не успел. У него нет газа второго. И Макс пришел, сейчас заблокировал просто газ здесь. Здесь Харикейн ник хотел закрыть, но ему походу не дали. Здесь пробка пилит пилом спокойно, абсолютно. Ну, телка сейчас закажет Макс, ты пробку отгонишь. Завлочил, кстати, Макс Харикейн у Никс со второго заказа. Пробских нет, ничего нет, даже зелка не стал строить. Если пробка идеально приехала, пилон начал пилить, может он что-то Харикейн тупил, я не знаю. Можно было бы ловить. Мазершепкор заказан, но в Гейте ничего не заказано. Мазеркором нужно обязательно пробку угнать отсюда. Здесь зелок уже пилон рубит. Она сейчас пилит пилом, вот полетел-то. И полетел, главное, куда-то. Не знаю, даже тратить ли уверчаж, сейчас пилом погибнет. Что ты делаешь-то? Ну и все. Ушла пробка, пилон еле живой. Харикейн решил вернуться, пилон все-таки выбить. Он уже отрегенил слишком много полей, чтобы его выбить. Мазеркор, кстати, вперед полетел. На пилон ставить, что он делает-то? Сотки минералов нет. Вот пошел пилон наконец. Ну поздно пилон стоял. Что-то тупил, не стоял. Все, сейчас уверчаш и ничего не получится. Очевидно, да, как бы? Перестрелка со сталкером идет. Кстати, пилон-то дамаженный. Здесь можно и победить. Забревает Харикейн пилон. И здесь еще убивает. Варп отключен, гейт отключен. Провал, катастрофа. Дичь полная. Зелок рубит сталкера. Сталкер Мазеркор сбивает. Мазеркор будет сбит, 50 энергии нет. И сейчас еще один пилон вот сюда. Кстати, пробка уже была, что не вспилил. ГГ Макс пишет просто. Смотрите, какая нелепая игра получилась. Просто нут. Не пожалел на пробку уверчажа, она ушла. Ну, вообще, как бы уверчаж, на нее нет смысла ставить, с другой стороны, да, но... Мне кажется, в этой ситуации капилон уже был на 30 хп, на 40, точнее, или на 30, можно было и уверчаж поставить. 2-1 Харикейн. А мог 2-0 выигрывать Макс, и получить уже половину призового фонда от этого матча.
Так. Ну что, ребят, 2-1, Харрикейн просто на халяву Макса дал. Убил сейчас в предыдущей карте. Пора пильнуть рекламку. Ну а вы помните, просто на премиум подписываться и поддерживать меня, мой канал, естественно, отключать отблоки. Так, ну в этот раз никто не вставит Нексусов первых, никто не чизит прокси там какие-то гитами, хотя в PvP такого и нет-то сейчас, вот. Но разница по билдам уже высматривается, то есть в этот раз Харрикейн, игравший предыдущие карты со сталкерами первыми, он играет адептами сейчас, в отличие от Макса, который играет сталкерами. И причем адептов 2, в еще 2, то есть в 4 адепта. Нексуса пока и не видно даже. Вот, и Старгейт, видимо, переход будет. Так, адепт на мейн проходит. Но некуда телепортнуть. Не-не, Старгейт роба заказано у Харрикейна. Еще 2 адепта, кстати, подходят. 4 будут. Ну а тут хоть 4, хоть 6. Роб придется под оверчажа залетать, как бы, и смысла в этом нет вообще. Что за кроссаут? Не надо мне такие вопросы тупые задавать. Что за кроссаут? Видимо, какая-то игра. Точнее, видимо, это такая игра была. Раньше, я помню. Сейчас я не знаю, что это такое. Это то, что рекламу смотришь. Спасибо, конечно. Так, 62-53. Опять Макса да больше. Что не игра, больше все этого. Китайцы прям... Кореец перемакивает Харрикейна очень неплохого процесса на данный момент. Что за странный телепорт? Ну, одну пробку убил и ушел тремя вообще. А, это, кстати, Switch Dark. А эти обсерверов-то где у Макса вообще обсервер? Один-единственный, кстати, рядом. А, нет, у него...
Нет, это Харри кинул. Да арки прям спалили здесь, смотрите, и сейчас. Куда ты обсервера-то зацепил, тупик, ё-моё. Видит дарка, что-то обсервера зацепил сейчас, непонятно зачем. Так, здесь обс будет. На мейне обс будет, пока призма залетает, Харри кинул уже точно успеет его подстроить. Потонки сразу в рабочих пошли. Все везде здесь блокируется, хорошо. Так, дарк заходит, обсервер готов. Ловить надо дарка, чё он там? Принялся, блин. Минус дарк. Здесь на второй уровень падает, криво встали. Ну, тут уже обсервером нет, ну, нет смысла иллюзиями, точнее, лететь. Обсервер не догонит. Третий некс пошел. У Харикей на третий уже готов практически. Там дистанс майнинг, по-моему, уже идет или нет. Нет, там одна пробка катается. Сейчас он побольше переведет явно. Трейд у Макса. Да раньше плюс один, короче, у него все раньше. Как-то прям хорошо. Но экономика не лучшая, конечно. Плюс 2, ребят. Харикей набрал побольше. Лимит становится. Опа. А здесь флит бейкончик. Флит бейкончик. То есть это мазершип будет, видимо, ранний. Но старгейтов пока нет. То есть это не карьера будет. На мазерхор, как только флит бейкон будет готов. То есть вот прям сейчас мазершип превращать получается. А ресурсы-то есть? Ну, пока что есть. Ну, что-то не спешит этого делать у нас. Так, зелок адепта зарубал. С чаржем они, да, с чаржем зелки уже, а здесь... А здесь я даже хрен знаю. Да, тоже чарж есть. Ну, у Харикейна еще и блин готов. Здесь зато плюс 2 будет. Мазершип заказан, очень поздно заказан. То есть уже давным-давно мазершип, этот флитбикон готов. А мазершип только-только пошел. Лимита боевого больше. Еще сейчас и может и Харикейн напасть до готовности плюс 2. Оверчаржа здесь нет наличия, потому что Мазеркор морфится в Мазершип. И вообще он на мейне там вдалеке находится. Так, Харикейн. Что-то Макс бегает туда-сюда. Что он бегает? Не видит, как Харикейн здесь камни пробивает. И мортлов очень много у него, кстати говоря, есть. Ну, может Мазершип, пока вот, пока Харикейн здесь бегает... Есть шанс дождаться мазершип у Максада, пока он ходит. Камни эти пробивает там и все дела. Так, минус обсервера, будет камни еще здесь убивать, не знаю. Два гейта добавляется, там 10 гейтов, сколько, 6 штук. Мало гейтов, кстати, а нет, 8 гейтов. Зато и морклы постоянно строятся. Мазершип даст качественное преимущество очень такой армии Максада здесь. Ну, сможет ли он его реализовать, я не знаю. Я вижу, что тут Старгейт один и единственный, и он начинает батонов строить, причем этим со скином таким делюксовым. Все, мазершип готов. Так, призма здесь полетела. Мазершип что-то висит. Че он здесь висит? Да и дарка, и зелок. Дроп сейчас намечается. Мазершип улетел, здесь дополнительная фотонка. Здесь две фотонки и третья. Вот мне очень нравится, как Макса действует в плане обороны мейна от вот этих всех вероятных задропов, все эти шляпы, короче. Здесь дарки прыгают на фотонку. Один дарк уже минус. Минус здесь и призма. В это время Макса что-то гоняет. Тут Харикейна пытается найти.
Вон там, вон он где ходит-то. Обсервер едетесь? Да, есть опс. Кстати, сливаются штурмяки, но здесь очень сильно мог бы помочь, между прочим, фидбэк. Очень сильно мог бы помочь сейчас фидбэк. Сейчас Харикейн в ловушку сейчас попадает фактически. Ему надо бежать отсюда, вон вообще. Иначе его Макс затопчет здесь своей армией, которая намного более качественная. Мазершип есть. Правда, блин, вот обсервер взбил, вообще замечательно было бы. Да, и лимита уже больше. Сейчас плюс 3 будет, надо идти вперед. Где тут? Карьер уже первый готов. Сейчас тоже поможет, он очень неплохо. Здесь залетает призма с архоном. Главное, нам залетает. А, сделал призму с архон давар. Ну, здесь надо гнать, а дома приростом отбиваться получается. Все будет прекрасно, да, я думаю, у Макса, да. Ну, вот архоны, конечно, здесь есть. Здесь есть этот Феникс, который призму в перспективе выпилит. Побеждает Макса дома, гонит Макса здесь в атаке, получается. Плюс 3 есть, здесь только плюс 2. Ну, архон тут Феникса пинает просто. Так, приходит. Не, ну тут Харри Кинг теперь может... Не, не разберет. А в сервере нет, что ли? Похоже, что нет, что у Мазершип делать, если опс есть. Во-первых, у сервера есть дальность обнаружения. Во-вторых, у Мазершипа есть дэмэдж. В-третьих, он телепортирует. Он жирный, как бы. Он как боевой единица ценный. Плюс об сервера можно сбить. Плюс передний, плюс опс может отлететь назад. То, что я про раньше говорил. И тогда он будет бесполезен. А в таких битвах 200, на лимитах больше 150, это одна секунда и все, и ты проиграл. Красные прикольные интерсепторы погибают, конечно, вот этом делюксовом скине карьера, вот этом. Летает он такой тут. Где еще карьер? Это был же еще один, точно. Один дома висит. Да все, дожимать пора, Харикейн минус здесь. Макс, да очень крутой ПВП я должен. Кстати, очень понятно, как он вторую-то игру отдал. 2-0 повести, но в итоге 1-2 проигрывать стало. Но все равно он продолжает давить, у него все просто прекрасно. Здесь там по 3 карьера уже строят. И призма здесь есть. Короче, ловить здесь нечего особо. Харикейн уже давно понятно стало. Нужно дожимать карьера, правда, без интерсепторов вообще летать. Всему постоянно приходится отстраивать их. Ну, в этом и эффективность карьера второго StarCraft. У них 6 секунд строится этот интерсептор на автомате просто. И постоянно у них как бы... Ну, то есть, этот юнит может немерено их произвести. И это постоянно в битве как бы новое ХП вылетает, вылетает. На него отвлекаются юниты. А их много, так сами понимаете. Вообще печаль. Карьеров 3 в итоге штук. Сейчас плюс 1 на воту будет готов. Здесь брони нет. То есть карьеры вообще эффективны будут очень... Даже. А, 4 уже даже летит, да. Сейчас 5 вылезет. Так, спускается Макс. Кстати, есть поезд с интерсептором? Нет, нет. Кроветонных катапульт нет, они медленно вылетают. Поэтому Revelation попёр, толку от него здесь мало. Пробиваются камни буквально там за несколько секунд, потому что, смотрите, какие здесь юниты мощные по осадным всем этим. По осадному, точнее по зданию ческой броне такой вот этой. По тяжелой, а камни тяжелые получится, и морклы по ним с бонусом бьют, как по зданиям. По всем. Еще один день. Шукары летит вперед, все, пошла битва. Ребят, не понимаю, что Макс постоянно куда-то назад бежит. 4 карьера у него тут вообще дофига всего. Вот, наконец-то на интерсепторов Грейд готов. Вот они теперь моментально вылетают практически, начинают проблевать. То есть дэмэдж они раньше начинают наносить. Это важный очень момент, на самом деле. Грейд важный. ГГ, ребята. И последняя Б5 у нас на сегодня крайняя. Вот, и в этом дне будет сейчас Сан против Ксигула. ПВЗ.
Так, ну ждем к Сигу и там всех остальных. Так, чемпион. Так, что это тут? Что-то долго тут они ищут. Короче, чемпион Су это, видимо, это этот, походу. Ксигуа, походу. Так, прыгаем в игру, все, отлично, да, здесь. Секундочку, ребят, что-то хочется подотлить, сейчас подойду. Так, все, ребят, я здесь. Одну минуту просит к Сиаозе. Thank you.
Так, ну что, ребят? Погнали, что-то я отвлекся сейчас на пару секунд. Вот 4, как и в предыдущих, в общем-то, матчах у нас Сан против Чемпионсу. Это Ксигуа. Вот, бьется у нас и... Ну и увидите, что происходит, собственно говоря. Очень неприятно собаки к Сану забежали. Все, что у него есть, это рабочие, ребята. В итоге Зилок не доделался пока еще. Надо сваливать, собачка погибла одна. Ну что, блядь, ну убегаешь ты, если не дерешься, так убегай. Нет, блин, бегает, что-то виляет там, непонятно чего, блин. Надавал зерк. Ну я не болею на зерга на самом деле, но вот он убегал, тут можно вот, на него пробки шли без полей, они еще не зарегенены были. От одну точно он плюса мог сбрить сейчас. Просто собаки раньше бы погибли бы все, и как бы виженов не было. Какая разница, тут только все понятно, Нексус у Протоса. Так, на мэне один, здесь 12 рубеж. Зато вот после того, как пробок вывел просто, у него получилась интересная ситуация. У него рабочие распределились, в принципе, замечательно здесь и на той базе. Вот зачем адепт строить? Отменит, и пусть две пробки построятся. Нет, строит адепт. Есть же мазершип кора, и все нормально. В итоге по рабочим, сейчас Фротс 4 рабочих не досчитал примерно. То есть нет, не 4, 2 и плюс еще половина продакшена еще одной пары, как бы примерно. Вот так вот. Шпилон, сколько, 25 секунд строится, рабочий под бустом минимум там 15, где-то 16 это они, да, секунд. 10% идет, на кухне, на 15 скорее сейчас. Так, Оракул сейчас будет готов. 16 на мэйне. Здесь у нас пробок. Здесь 18. Третий Нексус делается. Адепты Варп. 3 адепта Оракул получается. Вот он полетел. Ну, сейчас будет добавлен Твайлайт и Глефы в ближайшее время, естественно. Либо Твайлайт выход в чаш будет. Сейчас много, кстати, вариантов, как чаш сделали, более дешевым стало. Оракул прилетел, ничего вообще не убил, 0 у него юнитов убито в данный момент, и это печально, что 0. Так, садепски заходят. 2 дрона минус. Оракулы прилетели, помогать пытались. Ну а что они тут смогли сделать? Ничего, хорошо, что не погиб ни один. Заставляет рабочих покатать Цан Ксигуа. Это тоже важный момент. Ну, сейчас оракулов можно потерять. Где вот... Ой, оракулы по дефу. Где оракулы-то летали? Все, бейны пришли, взорвано все наглухо. Дэмэдж врубил, блин. Вот дают, а. Надо отступление прикрывать, а не просто по карте летать оракулами. Так, рабочие бустятся, бустятся, рабочие, конечно. Хорошая стенка из гейтов, 4 здесь заказано, 5 здесь, то есть все, стеночка получается, только, ну этот пилон на самом деле, он, если его убьют, все останется запитано здесь, то есть будет энергоснабжение.
Сзади там беллинги приходят, суверчаж выставлен, энергию орафов нет, чтобы купить. Ну все прикрыто прекрасно. И Уцан сейчас очень хорошо действует, у него чаш, у него Даркшрайн здесь заказан. Он может выйти вообще в Архонов сейчас. Единственное, просто я не понимаю, вот на мейне ни одного пилона нет. Был бы сейчас какой-нибудь сюда дроп, вообще ни уверчаш не выставить, ни варпануть юнита, блин. Даже если три беллинга, две собаки, там беллинги задемажит, собаки будут бегать безнаказанно, две штуки здесь все убивать. Так, оракулом видеть, что Зер здесь бегает. Можно выпили 4 бейна на халяву, например, вот сейчас было бы. Ксигой что-то все вперед ведет собак, но это такая попытка продемонстрировать, что это типа агрессия, а на самом деле тут, ну, не, агрессии особо нет никакой. Потому что, ну, вы видите, что Зерк просто собаками пытается побегать, понапрягать и все. 8 муталисков делается. Один феникс есть, ну 10 муталисков, ну не просто держать даже учетом, что один феникс есть. Вот я не понял, построил Даркшайн, нахрена вот сейчас он Даркшайн по этому таймингу строил. Не призмы, точнее, погодите, призмы 2, а нет, да, есть дарки, вру. Нет, может быть, да, что-то дарками и получится сделать. Здесь спорки есть, понимаете, как бы, ну спорку можно быстро фокуснуть и быстро хату, к примеру, сбрить. Учитывая наличие муталисков, так вообще сейчас дроп не за... А, муталиски уже улетели. Нет, дроп может зайти, но сбивать муту вообще нечем сейчас получается. Архонов... так. Архонов можно было бы с газа, кстати, Гвардиан... архивы темпларов готовы, и можно сейчас архонов и земляков будет сливать. Мазершипкор где вообще находится? Мазеркор непонятно где летает, мута на мэне, да, ни фотонки, ничего, вот вы видите, заходит, все, здесь уверсиры были, спорку выпилил, но ничего серьезного там Сан не сделал, сталкеры без блинка, в общем, ну только сейчас он заказан, здесь хорошо фотонка есть, на второй базе архон тут нормально сразу, архоны умеют с мутой разговаривать, дошел, сразу одного сбрил, всем остальным тоже прилетело, сплэш хороший. Тут летает, летает. Закажи ты по фотоночке. Закажи ты по фотоночке-то, блин. На мэйне, на второй. Здесь и здесь, конечно. Вот, наконец-то. Ну, видимо, законтролился, не мог просто закатиться. Ан физически бывает и такое. Вспомним. 54-80 по рабочим. Ну и Ксигу все замечательно. Правда, у него состав армии. 7 утальском 85 лингов. И сейчас несколько беллингов будет. Но зато Хайфа Люркер Дэн делается, а вот с этим уже тяжело поспорить. Люру здесь убивать особо нечем, и морклов нет. Только архоны более-менее с ней смогут бодаться. Ну а Хайф это ультралы, бруды и все дела. Пришли сталкеры, муту прогоняют здесь. Фотонки имеются в наличии, но все равно лучше прикрыть все. Еще один муталиск отдался. Девять восемьдесят пять плюс 2 делается у Кроуса, почти готовый, блин, почти готов. Это четвертый Никсус раскачивать собирается, при Кроусе строит, этот Никсус не пинжен явно. Общий контрол сейчас даже посмотрим. Не в Бинжен, смотрите. Как это может быть? Как можно 3 заказывать с 4 Бинжен и буст не выставлен? Ну просто, видимо, ресурсов не хватило в какой-то момент. Потом и не обратил внимания на этот Сан. Ну развивается по чуть-чуть. А здесь брудов выход идет. 5 баз. Забегание деловое. 2 кровки сбивает. И просто их сожрали, как, я не знаю, как саранча, кукурузу какую-нибудь там. Или что саранча? Все, как все саранча сожрала. Полезное имеется в виду. Естественно, делки для Прокса сейчас явно не бесполезны на этой стадии. Да их на любой практически можно применить. Иногда бывает пешка. Армада в армаду, воздух в воздух там играется. Там с зергом или ПВП, ну пусть они лишние бывают. Так, идет атака. 7-9 брудов морфится прямо рядом здесь.
месяца, ну нечем их отбивать, напомню, абсолютно. У Нархонов очень много делает, но против брудов у него слабый миг. Ну хотя как, можно отбить бруду в данном случае, можно бруд... Были не погибли, но тут касты такие. И оверчаш, и фил там, туфух, охота на бейнов. Прикольно это выглядело сейчас. Вот, но все это было позже того момента, как это должно было быть на секунду где-то раньше все сделано. Но и без этого Беллинги не успели докатиться. Короче, нечем бруду устревать, ребят. Но до варпом сталкеров я должен сказать, что с третьей атакой, в принципе, можно пытаться брудов убить. Шторм по брудам пошел, еще шторм по Беллингам, штормы идут. Ну куда ломиться-то? Видно же, что сталкеров нет, все, штормовиков отдался. Куда он прет-то? А, он здесь призма есть, а я и не вижу сталкерами. Да, значит, будет сталкера. Ну, бруды улетели уже, и сейчас не отогнать, надо отступить просто. Архонов можно было бы призмой-то и забрать бы вот этого одного беднягу, которого там брудами с собаками затолкали, затоптали. Своими маленькими ласками, блин. Заходят бейны. Штормить надо, гидру, что-нибудь надо штормить. Гидра, собаки проштормлены. Кончаются здесь все. Муталиски плюс бруды разрывают, контр-рыв призмой не поможет. Первый бой против ступа принял. Вот зачем сюда было лезть? То есть смысл в чем? Брудов увидел, отступи назад. Хотя бы два варпа сталкеров провел бы, чтобы их штук 16 хоть стало. С третьей атакой, то есть было много шторма и архонов. Задача шторма архонов было бы сдержать землю просто собак беллингов. А с сталкерами в определенный момент блинкнуться. А из-за того, что просто сломанулся сразу, он слил то, что должно было танковать. И что потом сталкеры сделают, когда там и бруды, и земля вообще, и все до хрена, блин. Вот, ждем, прыгаем в игру. Так, погнали, пацаны. Чё-то я тут подотвлёкся ненадолго. И есть отвлекающие моменты, ребят. 1-0 чемпионсу. Это Кщигова повел против Циана. Вторая карта. Ну, Циан на самом деле молодец. Он неплохой очень такой прост. Вот. Сейчас я пильну рекламу, пацаны.
Вот, ну а вы помните, что подписываться на премиум можно, поддерживать меня, мой канал, подключив отблоки, и по реквизиту в описании через плеер материально. На Твиче везде есть реквизиты плеера, это Good Game Player, везде ссылка есть, чтобы бот говорил. Другого пока не делаю, там все-таки Твича лерцы, там и т.д. и т.д. Такое дело, поехали. Завтра у нас, кстати, GSL будет, между прочим. Помните об этом. Также завтра пока что мы планируем запилить шоу матча с Аверсом и Хеллрейзером, чтобы собирать им на поездку. Будем как Валенсия помогать деньги. Вот. Так, ну у нас сегодня больше ничего не будет. А завтра Гумиху и Лейзер Кинрок. Два тирана, два зерга будет на GSL. Вот такие вот дела. Нужно посмотреть за Лейзера, немножечко поболеть, потому что хоть он и поляк, но он очень многократный участник турниров наших на Good Game, как бы, которые проводились. ГГ года, там еще турниры различные. Старлайны, по-моему, или как, я не помню, это они Старлайны были, что-то по-другому как-то называлось там у нас. Вот. И побеждал он на них, как бы, то есть нам очень хорошо знаком. А сейчас набравшие великолепные уровни. Топ-4 Близкона прошлого года, полуфиналист, между прочим. Я видел полуфиналист, или топ-8. Нет, топ-4 Близкона, Лезер топ-4 вошел. Точно, он шел не по корейцам, там шоу-тайма пробрил он в плей-оффе, но тем не менее, он молодец. И вообще они корейцы в прошлом году, молодцы, из группы там повыходили, неплохо очень даже. Так, а здесь тем временем Dark Harass идет с 4 гейтов, собственно говоря, от Сана. Здесь у нас интересная стенка, вот опять же стенка. Здесь не вот здесь пилон надо было ставить второй, а вот так вот. Тогда бы можно было бы, я уже много раз объяснял, что этого адепта убьют, ты сзади ничего не поставишь, сразу ворвутся собаки. А если здесь пилон еще поставить, будет здесь такой лабиринт, и можно второго ворпануть, и все, придет следующего убивать. То есть такая перестраховка. Два дарка на мейн прилетают, куда они побежали? Оверсир есть? Да, он там. Оверсир плюнули в лицо, дарк улетел сразу же. Он, смотрите, облилась кислотой, беднягу. Плюс еще два дарка до варк. Сливаются архонесы. Оверы летят. Смотрите, овер сейчас сразу минусовать надо идти. Он, конечно, заметил сразу цан овера этого. Ну, он ушел, кстати говоря. Космос улетел, получается. Его не так просто было здесь зафокусить, но все-таки зафокусил. Так, криптумуры пошатал, здесь полетал Циан. Минус овер, посмотрите. Ну, Ксигула много очень, что-то накоплено. И он, кажется, роучерами ударить вообще хочет сейчас. Потому что газа нет, например, второго мейн. Четвертую даже не пытается заказать. То есть это явно какая-то агрессия. А, или погодите, прот сам в агрессию идет с трех баз. То есть прот сагрессивничает. А зерк, блин, масится. То есть тут даже зерк может к протсу-то прийти и напасть хорошо, а в обороне, конечно, вообще. Идут до варпа. Но проходит внутрь сейчас роучи и морклы разгромлены все. Да заберите хоть два и морклы отсюда, ё-моё.
печаль. Плав сервер Сан за контролем. Ну, кстати, по лимиту 80 на 150. Я думаю, я уверен, что в роту здесь не выдержать будет прессинг. Сколько у него гейтов? 6 маловато. 2 эмортла улетело, полудохлых там на призме сейчас. И один здесь стоит. Плюс 3 оверчажа. Плюс эмортл не выводится. Плюс призма часть роучи дома там сдерживает. Зерга отвлекает, короче говоря. И между... А нет, увертира есть, мне показалось, увертиров нет. Не дурак, фигло понимает, что могут быть дарки и, соответственно, приводит сюда увертира. Один гейт отключен, морфы вернулись сюда, но и зерк всех роучи забирает, которых дома держал. 170 на 98, боюсь, что печально здесь все очень. Да не то, что боюсь, здесь все понятно уже. Не отбиться просто этого слишком мало. Причем нету здесь спеллов никаких, то есть нет процессовских вот этих всех возможностей, магии процессовской. Ни филдов, ни штормов, ничего такого здесь нет. Ни гвардианшил, да, в конце концов, который здесь, конечно, с таким количеством армии ничего не изменил. Да и филдов тут мало что изменили бы. Так, 2-0. Остается последний шанс в ничью выйти. Победить уже не получится. И чтобы ничью взять, надо две карты сейчас взять подряд. Ну и как-то Кшигу уверенно отыгрывает. Ну что, третью карту ждем. Так, ну что же,
Бой 5, пацаны. 2-0 к Сигу повел. Петсу играет. И сам себе такой никнейм, да, сделал. Немножечко троллевый такой получился он. Так, ну что же, ребят, по поводу шоу-матчей завтра Юра хочет провести что-то там, причем Аверс Артур и Артур Хеллрейзер. Непонятно пока Бо-5 или Бо-7, потому что это как у пацаны, как они устанут или нет, Артура надо узнать, как бы я не против Бо-7 и Бо-5 в принципе запилить, но это все будет после ГСЛ, естественно, что-то у Ксиго Дрон один стоит. Вот, а пока что смотрим Kung Fu Cup. Сегодня, я думаю, после Kung Fu Cup я прервусь. Уж ничего больше особо нет, делами какими-то позанимаюсь. Странная, кстати, третья хата здесь занята. Ну, типа, два газа там, ну, по-моему, надежнее в кармане брать. Все равно зерги так рано все газы не занимают, не знаю. А там и минералов больше, как бы. Золото через центр убрали, чтобы зерги не халявили, потому что это единственная раса, которая могла рано эту базу брать, вот эту вот, получается. И благодаря тому же здесь 8 минералов, как бы, золотых, он получался просто невероятный прирост ресурсов у зерга. В сравнении с другими расами, то есть при том рабочих не так много приходилось тратить. Так, адепт куда они, назад или вперед, куда они вообще? Силнаги адепты. Собаки одного догрызли, но собак тоже адепты. 4 забрали штучки. А в это время оракул на мейн прилетает, здесь всего одна королева. Пять дронов Циан минус. Ну, в этот раз 30-42 как-то барабан. Прям просто намного больше. И здесь еще и Никсус не полностью раскачан. Второй сейчас там добыча будет. Ой, какая серьезная мне по минералам. Сейчас спустится Циан вниз. Еще сам Никсус пилит. Так, адепты. С оракулом против собачек бьются. Оракула энергии же кончилась, но все равно выдержал он. Ну, рабочие погибли. Еще в итоге Циан решил, что будет играть. Блять, Циан решил, что не будет нет ставить, походу. Пели адепты. Королева минуснулся. Ну, вообще летает, здесь напрягает. В это время получает контур рыб на собаках.
Адепты без глеф еще, ну их достаточно, чтобы отбить здесь все. И яйцов уже сейчас станет 6 штук или больше. Так, 8 гейтов. Ну, это выход с адептами на призму очевидный, да, как бы. Но где эта призма-то вообще? Вот она. Да, пошел, давай. 6 адептов, плюс еще сейчас парочку можно рвануть. Одного, ему отменил случайно сейчас. Китаец, цан. Китайский протоцан, я бы сказал. Китайцы, они оба так-то вроде. Зашел на крип, оракулы без энергии, они чем помочь не могут в этом пуше. Зато по 8 адептов варпится сейчас. 17 уже есть, ну. Сан решил к старой доброй истине прибегнуть сейчас. Не можешь выиграть зерга, делая адаптирую, короче. В любом матчапе, кстати, может сработать, кроме ПВП. Так. Оракул убивает, и это в хлам вообще, ребят, заадаптировал в мясо. 2-1. Ну что, продолжение. Погнали. Тоже 16 пробочек у Цана, пилон на лоу-граунде, карта у нас секвенсор, последняя, крайняя карта здесь, в этом матче и вообще в целом в сегодняшнем дне кунг-фу капа. Газ начинает двумя рабочими таскать, и Нексус надо достать, пилон гейвес, Нексус кибернетчика, стандартнейший билд. Это гид, кстати. Гейси. Просто разведку ходи. Да, поздновато Нексус поставился. Вот я вижу сейчас это по таймингу. Почему? Потому что рабочий один был забран. Как бы. Немножечко не хватило ресурсов. Стенка вообще ужасная просто. Почему она ужасная? И сюда поставить пилон прохода не будет. То есть, а проход здесь криво, ну, то есть, криво блочится будет. Здесь нужно еще одно здание какое-то ставить, чтобы нормально, стабильно блочить. Придется пилон вот так вот ставить спереди, блин. Бред вообще. Можно, конечно, забить на это, здесь, конечно же, юнит встанет, но тут так он будет стоять, что даже не то, что сзади потом, если грызть будут, не доварпить будет ничего, он не заблочит, а даже и здесь-то не факт, что идеально будет блокировать проход. Вообще будет, конечно, скорее всего, сделать блокировать, но тут надо позицию выбрать прям жестко, то есть если масса собак побежит, будет сюда кликать, например, зерк, то вот, да, вот, что еще не делал, пилон нужно ставить, сан.
Ну и все, Филон сейчас грызет зерк и может пробежать просто. Так, собак 6 штук. Отведи дело-то назад, тупик приема. Че он? То есть он уверен был, что точно не заблочит проход? Видимо, да. Ну-ка, я понимаю, почему сейчас выставил оверчарж сан. Хотя в этом необходимости не было. Он просто решил не дать собакам забежать на мейн, чтобы сразу все спалили они. Но овера нечем сбить, был бы дисталкер сбил бы, так вообще бы не дал виджену тогда. Не видит Старгейта пока всего. А мог бы и запалить вообще. Адепт на майн зашел, сколько он убил? А, два блин, ну один адепт. 8 собак этот часть, здесь 6, здесь погибло. То есть 2 здесь и рабочего забрал в итоге. Ну, крит, почти ничего просто с адептами получается не сделал. Но по лимиту, в принципе, нормально идет и по рабочим. И на этой карте ведь некус третий внутренний, хоть и ущербный, вот 6 минералов, 1 газ, вот он здесь можно занимать уже его пробовать. Эти стенки как была ущербная, так и осталась. То есть сзади вынужден поставить был пилон. Можно было бежать адепта, просто зерк и не пытался, я так понял, этого сделать. Все, минус 0 собак. Сули все. Опа, 4 дрона. Где кто? Оракул ждет 6 минус, ничего себе. Я проморгал этот момент, ведь там же Старгейт был. Я что-то забыл, потому что Старгейт вообще не показываем. Вот он, оракул залетел. И Протс, причем нагло, очень ставит третий Нексус, не внутри здесь вот этот тут немножечко он неполноценный, а ставит полноценный снизу. Вот дает, что называется. Наглеет маленько. Так, дома адепт сгрыз. Даварк еще, адепт идет. Сталкер пока же здоров, но сейчас и сталкера могут загрызть. Но второй бати отбивается, а третий-то Нексус кто отбивать будет. Не отменят ли все третий ник друган? Можно назад отойти, чтобы меньше адептов грызли. Назад не отходит почему-то. Сталкер остается в проходе здесь. Собак, кстати, не так много осталось, а Никс почти готов, поэтому путь не отменить Никс. Разве что пробки сможет жить здесь. Чигуацану и вот остальные подходящие тоже пробки под ударом могут оказаться. Но и здесь адепты доварпились нормально. С рабочих у Циана в итоге больше, все больше. И чарж пошел с плюс один грейдом. Феникс оверов принимает, которые рядом находятся. Два овера, зерк может лишиться гарантированно здесь. Но дальше куда Феникс? А вот он полетел проверять. Здесь нет оверов, он же снизу, блин, это же элементарно. С одной стороны облетел, с другой облетел. Сталкер все еще... Это блокиратор, блин, мастер блокировки проходов, короче. Против любителей узких проходов. Работает этот пацан, 3 собаки уже сбрил давно. И, ну, он уже один раз был перегрызан, так что полей не осталось, отрегенился. И опять ему поля все сгрызли, опять отрегенился, короче говоря. Улетает здесь 6 гитов заказано. 7.
Так, гейцы открываются, ребят. Ух, 10 гейтов у Сана, там один с муталисков. Четвертый некс пошел, уже что-то призадумался. А тут мутка, мутка. Который, между прочим, просто нечем отбивать практически, кроме одного феникса. Да, у него есть таргейт, но добавлять по факту, как те 10 муталей прилетели, уже поздно. То есть экономика будет страдать, страдать очень жестко. Так, архоны добавляются, ты что, не, если мутку словить на пути сюда, может быть, что-то получится, может, конечно, здесь интересно. Ну-ка, они мутались. Пытается Сан принять, ну смотрите. Опа. Такого провального использования муталисков давно не видел. Прилетело 10 муталисков, попало на архонов, 4 сразу минус на двух архонах, а еще пятую. Пятый в итоге муталис был уничтожен другим архоном. Так, гвардиан шилд сразу в таких ситуациях надо врубать. В ту же секунду, как мута врывается. Так, уверчажа ставится. Еще один выставит куда-нибудь. Туда не выставляет, не успевает. В это время зелки и мейн крошат. Зелки четвертую крошат. Здесь армии много. Что-то тупит она вот сюда, на третью. Надо, может, быстрее приходить. Хата погибнет, не знаю. Лейер на мейне нет. Здесь роучи прикрывают. Ну, кстати, зилот это роучи затрепать могут здесь. Так, что-то вниз кот зелки полетели или что здесь происходит? На мейне мута напрягает. Феникс, здесь, кстати, два уже феникса. В это время на третью выход приходит. Сан сейчас может 2-2 счет сделать и взять половину призового этого матча спокойно. Разгружаются зилы-то. Да, зергу не отбиться. Муты уже не осталось. Все, здесь фениксы сработали. Хорошо, Сан, блин. После таких двух проигрышей в первых двух картах, вообще почему он там флам проиграл, он собрался и очень отыграл хорошо, я должен сказать. И в итоге вы видите, что 2-2 счет становится. 12 оверов тоже заказано плюс. Делать, но походу это могло привести к тому, что провалился в какой-то момент зерк. Хотя, по идее, наверное, нет. Так, ребят, делаю стоп-старт. На сегодня кунг-фу кап, пока матчи кончаются. Я делаю стоп-старт, сейчас к вам вернусь.